для реализации инновационных проектов. Разработаны все вот эти наши новые совершенно, значит, подходы и инструменты по инициативе и при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». И поскольку мы знаем, что руководство Санкт-Петербурга заинтересовано в создании работающей кадровой модели, которую дальше можно было бы тиражировать на все отрасли города и шире, то, конечно, мы, наверное, наше сегодняшнее мероприятие начнем со слов руководителя комитета по труду Дмитрия Семеновича Чернейко, чтобы он нам сказал свое слово о том, как он видит роль и место модели кадрового обеспечения в развитии города Санкт-Петербурга и его трудовых ресурсов. Спасибо, Александра. Я бы начал чуть-чуть издалека. Вот на прошлой неделе 3 дня проходила в Москве такая большая тусовка, называется «Форум. Новые идеи для нового времени», где принял участие в итоговом дне заседания президент Российской Федерации. Первый главный доклад в среду делал господин Песков, и он рассказывал про разные стратегические направления развития нашей страны. Так вот, 6 каких-то технологических позиций, куда мы можем двигаться и где мы можем еще взять свое место на мировых рынках. А 7-я – это как раз кадровое обеспечение вот того самого экономического роста по вот этим весьма высокотехнологичным позициям, потому что даже сельское хозяйство сегодня – это высокотехнологичная отрасль. А это самое главное. Причем не в элитарном плане надо уже научиться решать кадровую проблему, а в массовом, как выясняется, то есть такие глокальные решения должны возникнуть. Да? И вот здесь возникает вопрос, а как научиться проектировать кадровую потребность, то есть закладывать ее заранее, до того, как она возникнет. И надо научиться ее реализовывать, эту кадровую потребность, надо понимать источники кадрового покрытия, причем не просто количественного, а в первую очередь качественного, во времени, в пространстве, очень четко распределенного. Таких решений корректных в мире нет. Почему? Потому что так или иначе, те, у кого идет быстрое развитие, они пока, как правило, замещают создание системы большим количеством денег. То есть они просто покупают людей. Ну, в общем, правильно делают, пока есть возможность. Но дальше развитие обречено на то, чтобы проходить в условиях дефицита готовых кадров. Их надо откуда-то взять или где-то найти и как-то доподготовить. Так вот, что выясняется, я слушал очень много разных умных людей, словосочетание «кадровое проектирование», оно для многих отсутствует. Проектирование в формате 6D всерьез присутствует только во вне АЭС, создавал это еще господин Щедровицкий, когда работал замом генерального директора госкорпорации «Росатом». А дальше все. Да, мы говорим, что сейчас антропоцентричнее становится экономика. А как это сделать, как это спроектировать, как понять, какую технологию надо применять с учетом поправки на кадровый фактор? Вот это то, чем просто крайне необходимо заниматься. Более того, именно решение вот этой кадровой позиции, позиции, связанной с кадровым проектированием под развитие проекта, это является сегодня самой инновационной технологией на рынке. Потому что можно купить любое железо, но купить любых людей со временем станет просто невозможно, их надо создавать. Не просто людей, а людей-носителей понятных, нужных для развития компетенций. И если нам в рамках вот этого проекта или ряда других проектов удастся продвинуться вперед, это будет просто, ну, фантастика. И я хотел бы здесь еще раз выразить благодарность Фонду инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и вообще группе «Роснано» за то, что они, а, понимают эту проблему, б, не стесняются финансировать решение этой проблемы. И мы стараемся привлечь людей, которые, ну, готовы искать эти абсолютно инновационные решения прямо-таки здесь и сейчас. Поэтому хотел бы пожелать участникам данной конференции удачи. И вот, если можно, вот те вещи, о которых я говорил, это не просто абстракции, это не просто теории, это, поверьте, то, что выстрадано в абсолютно жестокой нашей конкретной совершенно практике.
Поэтому всем большое спасибо за внимание. Если вдруг есть короткие вопросы, я отвечу. Просто дальше мне надо уже двигаться во времени и в пространстве. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Семенович. Есть ли у наших участников круглого стола вопросы? Спасибо. Вопросов нет. Дмитрий Семенович, огромное спасибо за ваше слово. Я хочу передать слово Ангелине Владимировне Волковой, руководителю направления по развитию профессиональной квалификации Фонда инфраструктурных образовательных программ группы «Роснан». Прошу. Да, добрый день, коллеги. Очень рада вас всех видеть за тот интерес. Благодарю вас, который вы проявляете к этой теме. Ну, знаете, вот Дмитрий Семенович сказал, что мы находимся в зоне инновационного развития, поэтому нам сам Бог велел ломать некоторые стереотипы и искать инновационные подходы и в кадровых решениях. Поэтому этой тематикой мы занимаемся достаточно давно, разработали уже целый ряд моделей. Безусловно, они требуют своего развития и совершенствования модели и многофункционального центра оценки квалификации и модель кадрового обеспечения. Безусловно, их необходимо проверять на реалистичность в разных условиях, в разных положениях. Поэтому все проекты, которые мы реализуем с коллегами из Санкт-Петербурга, с вузами, с предприятиями, с экспертным сообществом, они как раз призваны на то, чтобы отработать эту технологию, ну, до стадии алгоритма, который, условно говоря, можно брать и делать. То есть уже такая технологизированные решения совершенно. И три проекта я просто обозначу. Один проект мы завершили на базе комсомолки, завода по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», где отработали модель многофункционального центра, где начали разработку модели кадрового обеспечения по формированию инжиниринговых команд. Сейчас мы совместно с Агентством развития человеческого капитала масштабируем эту модель, разворачиваем ее, опять-таки, в разные стороны. И очень интересный проект мы запустили совместно с ЛТИ, где мы уже выходим на профессии будущего, на технологии выявления этих профессий, совершенно новых отраслях, новых рынков. Поэтому я думаю, что все это вместе даст очень хороший, позитивный результат. И надеюсь, что состоится очень интересное экспертное обсуждение. Спасибо. Спасибо огромное. И я хочу передать слово Виктору Викторовичу Лучинину, который является директором центра микротехнологии и диагностики как раз университета ЛТИ. Прошу. Спасибо большое. Я сейчас свою презентацию включу. Вы меня слышите хорошо? Да, очень хорошо. Отлично. Я презентацию сейчас включу. Ну, поскольку мы достаточно часто с вами встречаемся, и самое главное, что наши встречи, в общем-то, нас как-то так, будем говорить, вдохновляют и создают достаточно большие предпосылки к тому, чтобы совершенствовать то, что мы делаем. А вы знаете, что у нас недавно проходил такой серьезный форсайт. Вот с чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать, безусловно, тоже с благодарности Фонда инфраструктурных образовательных программ «Роснано». Почему? Потому что я сразу могу сказать, та технология, о которой я сегодня буду говорить, она, конечно, родилась, так сказать, в общем-то, в рамках, будем говорить, общей динамики развития. И я, вот многие как-то к этому относятся так, наверное, несерьезно, но я как человек, который стоял у истоков по существу установления программы наноиндустрии в Российской Федерации, а это было, начиналось оно где-то в ноябре 2003 года, когда прошло заседание МТС Совбеза по этому вопросу, значит, первое, когда говорили о необходимости, так сказать, создания, я хотел обратить ваше внимание, что мы здесь не ошиблись. И при всем при том, те производства, которые были созданы в Роснано, я не знаю, какие они, так сказать, экономически эффективны, не очень экономически эффективны, но то, что это современное производство, и то, что мы должны дальше двигаться в этом направлении, что туда можно приехать и посмотреть то, что является реально сейчас с точки зрения современных технологий, это очень важно. Но я, поскольку я вот все время обращаюсь к новому технологическому укладу, это не случайно, потому что, ну, я в свое время готовил некоторые материалы с новым технологическим укладом. Вот, и хочу все-таки обратить ваше внимание, что когда мы готовили новый технологический уклад, то в первую очередь мы выделили несколько направлений.
И вот направление, связанное с атомной молекулярной инженерией, с бионическими технологиями, с технологиями, которые связаны с новыми транспортными технологиями, с технологиями микро- и наноэнергетики. И когда мы начинаем переходить на то представление, о котором я сегодня буду вот говорить, какие рынки, зачем мы это развиваем, как сформировать, будем говорить, определенные квалификации. Ну, наверное, это, в общем-то, очень важный момент, и в ряде случаев мы не ошиблись. Но я попробую немножко это сказать. Значит, я еще раз обращаю внимание, что очень тяжело определить новый технологический уклад, и я его определяю сейчас только так, что этот уклад основан на гармонизированной интеграции естественного искусственного интеллекта, подразумевая под искусственным интеллектом широкую цифровизацию нашей общественной по существу жизни и жизни, так сказать, и технической, но при всем при том, мне кажется, это основные тенденции, исходя из этой тенденции, значит, возникают некоторые такие, в общем-то, достаточно сложные вопросы. Вот мировые глобальные проблемы. Мы вот недавно с вами на Форсайте обсуждали, и когда мы обсуждали эти мировые глобальные вызовы, так сказать, те проблемы, мы обратили внимание на три особенности. Это, во-первых, эпидемиологическая, экологическая безопасность человека, цифровая трансформация общества без потери индивидуальности по существу целостности человека с точки зрения именно человеческого облика и эффективное обеспечение человека ресурсов. Это по существу глобальные вызовы. Надо сказать, что если посмотреть, и об этом мы тоже говорили, и решать задачи применительно к решениям первому классу задач, второму и третьему классу задач, вопросы, связанные с атомно-молекулярными технологиями, но это становится очевидно, они выходят сейчас на первый план. Ну вот приоритеты, которые у нас возникают, мы тоже как-то с вами это обсуждали сейчас недавно, это качество жизни, биотехносфера, то есть технологии, перенасифицированные прогностической медициной. Вы видите, с прогностической медициной в этом плане есть проблемы. Это эффективность человека, то есть в первую очередь это вопросы кибербезопасности человека, эффективность взаимодействия с машиной, как мы им обращаемся, и обеспечение человека ресурсами. Это не только, конечно, энергосфера, но с другой стороны мы к этому пришли. Кадровое обеспечение нового технологического уклада. Значит, если посмотреть на кадровое обеспечение нового технологического уклада, то здесь во многом надо, наверное, обращаться к той ситуации, которая связана с новыми представлениями о стандартах благополучия человека. И в конечном итоге действие человека в рамках нового технологического уклада должно быть все-таки основано на какой-то мотивированной самоорганизации людей. И исходя, это кооперация компетенций, профессионализма, социальная ответственность. Об этом мы неоднократно говорили, потому что когда мы говорим о том, что мы должны что-то сформировать, будем говорить, определенные квалификации, определенные компетенции, то есть еще и такие параметры, которые связаны с ответственностью человека и обеспечением определенных траекторий, с учетом именно того социума, в том числе и инженерного социума, в котором он будет находиться. И когда мы рассматриваем, будем говорить, преобразовательные приоритеты, то я в рамках преобразовательных приоритетов выделил вообще-то для общей ситуации в рамках нового технологического уклада вот пять этих направлений. Это, безусловно, креативные трансдисциплинарные технологии, именно обращая ваши креативные, потому что они не всегда еще созданы. Это технологии управления человеческим потенциалом и ресурсами, это определенно, это инженеры человеческих душ, я бы так сказал. Это технологии, о которых я только что говорил по поводу коммуникабельности и самооценка, а это входит как раз в оценку вопросов, связанных, как оценить себя в рамках квалификационной, и технологии формирования все-таки юридической и финансовой культуры человека. Я сразу могу сказать, к сожалению, это очень низкий уровень, то, что мы с вами обладаем, и так сложилась ситуация, что это абсолютно необходимый элемент для того, чтобы даже, в общем, совершать и бизнес, и решать некоторые другие задачи. Ну и вот стандарты, конечно, безопасности жизнедеятельности нашего человека. Ну, я вот это много раз показывал, то, что почему эта модель для меня является, в общем, такой ключевой моделью. Потому что здесь отражена и инфотехносфера, и биотехносфера, и энерготехносфера. Но при всем при том, я все равно выделил, естественно, научную сферу. Потому что я однозначно вам могу сказать следующее, что я считаю, что фундаментальное образование, естественно, научное, оно дает возможность работать и адаптироваться по существу в любых тех ситуациях, которые связаны с этой так называемой профессиональной траекторией. И практика наша, и практика подготовки у меня на кафедре, когда у меня одно из направлений подготовки, которое связано с нанотехнологией и микросистемной техникой, которое включает не только классические направления, но и вопросы, связанные с той же самой, так сказать, биологией, биофизикой, которая абсолютно необходима. Вот сейчас проходит, видите, естественно, сейчас здравоохранение,
здоровье человека, биоинтерфейс является доминирующим, поэтому без этого мы обойтись не можем. Отсюда атомно-молекулярное моделирование, атомно-молекулярное конструирование, атомно-молекулярная инженерия. Значит, вот если посмотреть реально, то многообразие вот этих технологических траекторий в различных областях научных исследований, в конечном итоге оно основано все-таки на сохранении единства знаний и системного, естественно, научного подхода. Я могу сказать, в этом плане мы до сих пор очень сильны в России. И надо сказать, что естественно, что если бы у нас не было сильной, естественно, научной школы, которая существует, нам бы было очень тяжело, так сказать, отстаивать в определенных платах свой приоритет, ну и вообще, так сказать, конкурировать. И в данном случае вопросы, связанные с атомно-молекулярным дизайном, структурой и формой образования надмолекулярных композиций, потому что Россия всегда была сильна своей материаловедческой школой. Конечно, это сейчас проблема заключается в том, что мы проходим стадию гибридизации, значит, гетерогенные системы. Это в первую очередь, так сказать, связано с тем, что мы выходим на новый уровень. Отсюда возникает атомно-молекулярный инжиниринг искусственных материалов. Что мы хотим получить в конечном итоге? Мы хотим получить специалиста, который бы обладал возможностью цифрового дизайна, мог бы в конечном итоге предсказать или сформировать программу, связанную с физико-химическим синтезом, целенаправленным синтезом, будем говорить, веществ или материалов с определенными там структурой и формами. Ну и, конечно, в ряде случаев мы прогнозируем эти свойства и хотим его достичь. Что, такой специалист нам сейчас абсолютно необходим. О проекте. Вот тот проект, о котором уже вот говорили, это проект, он так и называется, это проект, который реализуется по инициативе и при поддержке Фонда инфраструктурных образовательных программ. Здесь представлено название проекта. Это разработка подходов по формированию компетентностного портрета. И в конечном итоге указана цель. Цель – обеспечения высокотехнологичных компаний вариативными технологиями с точки зрения кадрового обеспечения. Но для того, чтобы и вы обратили внимание, вот мы это последовательно с вами рассматривали. Вызовы, приоритеты, квалификация, образование. Надо совершенно естественно понимать, какие отрасли экономики будут заинтересованы в внедрении этих технологий, какие продукты будут созданы с использованием и какие не смогут быть созданы, если мы не создадим человека, будем говорить, нового технологического уклада с теми компетенциями, о которых мы говорили. Как должно измениться оценка квалификации этого человека и как должно выглядеть образование применительно к решению задач по отношению к этому человеку. Вот атомно-молекулярная архитектоника и дизайн. Я здесь некоторые вопросы уточнил, за исключением одного, вот четвертого пункта, где написано атомно-молекулярный синтез искусственных композиций материалов. Сейчас очень часто, и вы, наверное, слышите, говорят о том, что есть инфраструктура с критической миссией. Ну вот и недавно обсуждали вопросы с точки зрения формирования у нас, так сказать, будем говорить, нашей безопасности биологической и, будем говорить, ядерной безопасности. Это система с критической миссией. Это очень интересная вещь. Но дело все в том, что есть система с критической миссией, которые решают определенные классы задач и на другом уровне. Вот здесь все представлены те направления, которые, я считаю, они являются доминирующими. Мы говорили о том, что это вопросы, связанные с созданием искусственных органов, это тераностика, то есть молекулярная диагностика, это катализ, причем умный катализ с созданием определенных, так сказать, условий, это синтез определенных полимеров, сополимеров, которые дают возможность нам решить задачи в информационных технологиях с точки зрения формирования супер там наноразмерных рисунков. Вот, архитектоника, кадры и квалификации. Какие будут востребованы специалисты и в каких областях они будут? Вот я здесь структурировал. Я считаю, что вот это основное, исходя из того, как идет востребованность. Теперь вот есть еще очень важный, интересный, вот мы тут тоже осматривали с вами этот вопрос, это глобальный инновационный индекс. Мы как-то раньше к нему не прибегали. Так вот, когда мы переходим на глобальный инновационный индекс, вот то, что мы с вами рассматривали, я его так повторно сейчас вынес. Обратите внимание, человеческий капитал и наука, он вынесен как бы, ну, не на первое место, но я считаю, что он является основным. И вот как Дмитрий Семенович говорил, что вот как создать кадровое проектирование вот этого человеческого капитала и превращение из человеческого потенциала его в человеческий капитал. Ну, если посмотреть здесь по тем параметрам, в которых мы находимся, ну, мы находимся в таком, ну, будем говорить, неплохой ситуации с точки зрения, так сказать, мира. Я могу однозначно вам сказать, что у нас есть даже, обратите внимание, что если уровень
образования, то уровень нашего образования, он является достойным и с точки зрения охвата людей, и с точки зрения позиционирования наших университетов. Конечно, это не самые высокие уровни позиционирования, но там несколько другие критерии, несколько другие возможности с точки зрения решения определенного класса задач. Но при всем при том, в рамках естественно-научного знания, физики, химии, математики, там, биологии, наши, будем говорить, студенты, наша молодежь всегда выигрывают эти конкурсы. А это значит, есть потенциал. Самое главное, как этот потенциал сохранить и забрать. Целевая ориентация научно-образовательной модели вуза для нового технологического уклада. Надо понять, как будет в конечном итоге выглядеть в конечном итоге вуз, на что он будет строиться. Вот когда нам дают различные модели, как вы должны выглядеть, что там, всяких тьма, всяких критерий, ну, я не знаю. У меня взгляд совершенно может быть другой, я не смотрю на эти вещи, будем говорить, чисто такой с формальных позиций. Я считаю, что основными элементами данной модели воли является, во-первых, естественно, уровень образования и научно-технологических инноваций, это как бы университет там 3.0. Специализация и креативность производства знаний – это очень важный момент, какой вы рынок выбрали, где вы доминируете и что вы можете сделать. И еще два момента. Это, конечно, инфокоммуникабельность в обмене распространения знаний. Но вот мы сейчас это ощущаем. Без этого мы бы с вами не могли встречаться. И социально-экономическая мотивированность профессиональной деятельности. Но я могу сказать, что, к сожалению, это очень тонкий момент. Этот момент приводит к тому, что часть очень качественного, так сказать, потенциала, который у нас есть человеческого, он не превращается у нас, превращается в человеческий капитал, но этот капитал почему-то уходит, будем говорить, за территорию Российской Федерации. Это очень неприятная вещь. Ну и что я хочу сказать в заключении? В заключении хочу сказать следующее. Что мы, конечно, попытаемся, у нас сейчас заканчивается первый этап нашего проекта, мы попытаемся все-таки обобщить. Я считаю, что этим вопросом, которым мы занимаемся, проблемами, связанными с особенностями организации образования с точки зрения формирования направления сквозных технологий по атомно-молекулярному, я уже его называю инженерией, но это по существу можно ее, так сказать, расшифровать, так сказать, более детально, как вы видите. Я считаю, это очень важный момент, это чисто психологический момент, с одной, это мотивационный момент. И надо сказать, я считаю, что когда мы взаимодействовали с нашими зарубежными партнерами, что здесь мы не отстаем от них, а мы находимся, может быть, даже на переднем плане с точки зрения восприятия. Во всяком случае, белой вороной среди всех вот этих специалистов, которые этим направлением занимаются, мы себя не чувствуем. Спасибо. Виктор Викторович, спасибо огромное. Надеюсь, что обсуждение у нас будет еще. Значит, я предлагаю передать слово еще одному спикеру, у которого достаточно жесткий сегодня график, Андрей Анатольевич Безруков. Андрей Анатольевич, готовы ли вы взять слово? Член правления об Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Прошу. Да, да, слышно меня? Добрый день. Да. Коллеги, добрый день. Виктор Викторович, я хочу поблагодарить за блестящую совершенно презентацию и выступление. Вот жалко, что редко нам, тем, кто занимается электронным бизнесом, удается пообщаться с наукой настоящей. Я очень кратко, значит, мы с одной стороны, если начать с плохого, в электронике и в сфере цифровых технологий, которые связаны с проектированием электроники, отстаем на несколько десятков лет, поэтому от мира и от технологического фронтира мирового. Поэтому, наверное, можно сделать вывод, что и образовательные, инженерные и научные наши компетенции отстают примерно на такой же срок. А с другой стороны, мы тоже понимаем, и такие примеры у нас в отрасли есть, что если задаться целью создать современное производство и электроники, и даже микроэлектроники, то всех можно обучить, можно построить в рамках отдельно взятой компании модель совершенствования и развития компетенций, можно выстроить кооперацию с вузом, но вопрос, были бы деньги, что называется. Я остановлюсь в связи с этим на некоторых системных проблемах, которые видятся мне как человеку, который, с одной стороны, управляет несколькими реальными бизнесами в сфере электроники, с другой стороны, да, я занимаюсь еще ассоциацией разработчиков-производителей электроники, и вроде как мы системно на это можем посмотреть. Первая проблема, конечно, она совершенно банальна, это нехватка квалифицированных кадров с достаточным уровнем образования и уровнем подготовки, либо с очень широким
набором очень среднего уровня компетенции, когда их приходится затачивать и доучивать. Поэтому здесь проблемы две. С одной стороны, вот эта широта и невысокость и средность подготовки. С другой стороны, некоторых квалифицированных кадров в России просто нет. Вот есть замечательный пример. Зеленоградское предприятие «Ангстрем-Т». Попытка освоить технологию 65 нанометров после того, как появились санкции и был ограничен въезд персонала, который готов был запускать это предприятие из-за рубежа. В России просто нет таких людей, ни одного человека, который может понять, как это вообще работает, как это запускать и чего с этим делать. И даже тот костяк, который был собран в результате в рамках банкротства предприятия, был распущен. Есть компании, которые проблемы кадровые решают. Альтернативный, при этом блестящий совершенно кейс – это компания GS Nanotech, корпусирование в пластик электронных изделий. Комплексный трансфер технологий с обучением специалистов за рубежом, и компания в это вложилась очень прилично. И дальше построение системы внутреннего обучения совместно с рядом вузов-партнеров из Томска, из Петрозаводска, ПетрГУ там активно участвовал. Это альтернативный кейс, интересный. Здесь же несколько проблем, которые мы пытались решать в рамках ассоциации, это отсутствие современных образовательных стандартов. Мы потратили, а ассоциация наша разработчиков-производителей электроники, это ключевые частные игроки отрасли с приличной выручкой в десятки миллиардов рублей, с большим количеством рабочих мест, и мы действительно озаботились вопросом, давайте проведем ревизию профессиональных и образовательных стандартов и посмотрим, что там сейчас происходит. Ну, там происходит по нашей тематике ужас и кошмар, естественно. Мы задались целью изменить стандарт, например, по квалификации схемотехник. Мы, честно говоря, с этим справились, с содержательной точки зрения, но с формальной точки зрения, с советом по профессиональным квалификациям, которым пытался заниматься Союз машиностроителей, к которому я с уважением, с большим отношусь, различные министерства и прочее, прочее, все это привело к тому, что, ну вот, мы как частный бизнес сказали, ну, ребят, если вы не хотите использовать наши частные инициативы, а мы в рынке, и мы знаем, чего рынку нужно, и хотите нас в бумажках там заставить копаться, ну, мы тогда больше, кроме схемотехника, никаких стандартов писать не будем. И это большая проблема. Мне кажется, что нужно подходить вот этим органам, которые занимаются профессиональными стандартами, гораздо более гибко. Третий пункт, о котором хотел сказать обязательно, это то, в том числе, о чем говорил в начале, что все можно сделать в рамках отдельно взятой компании, но проблема заключается в том, что у нас отдельно взятая компания с точки зрения развития кадрового потенциала на отрасль никак не влияет. Вот есть очень интересный кейс, относительно иллюстрирующий это. Есть завод по производству печатных плат в Дубне. Передовой завод. Завод стоит уже 3 года, законсервированный. Вот мы тут с рядом инвесторов обсуждали перезапуск этого завода, и дальше возникает вопрос, кто его будет перезапускать. И удивительно, ну или, наверное, не удивительно, но факт, что в России две команды, которые могут перезапустить такого уровня предприятия, и обе эти команды корпоративные. Это означает, что инвестор, который хочет заниматься этим бизнесом, а это бизнес один из ключевых в сфере электроники, производства печатных плат и производства химии для этого, вынужден привлекать не научную школу и не инжинирингового партнера, а вынужден привлекать конкретного производителя похожей продукции для того, чтобы брать его там в долю, условно говоря, и просить его перевести часть его компетенции из другого города вот сюда для того, чтобы такой завод запустить. Ну и, в общем, понятно, что это, конечно, не системный подход к конкретному рыночному сегменту, ключевому. Следующий пункт. Кадровая миграция, это если ее называть приличными словами, а если неприличными, то уезжают, конечно, все, кто
может и в состоянии чего-то делать. Мы можем сколько угодно учить людей, но и вкладывать в них деньги, но в Индии им предложат более интересные условия, чем здесь. Это я имею в виду даже инженеров, которые работают в чистых зонах и занимаются руками, производством электронных модулей. То есть вообще по факту для Запада это среднее техническое образование, это даже не инженерный спецназ, как мы его называем. И это проблема рынка, потому что рынка в России, к сожалению, нет. И здесь важно сказать о том, что вот сейчас, слава богу, правительство, в том числе в лице Мишустина Михаила Владимировича, пообещало очень приличные деньги на развитие рынка российского и на развитие российского производства. И мне кажется, ключевым здесь вопросом должен стать вопрос подготовки кадров. Я очень хорошо представляю, что действительно сейчас эффективно работает система субсидирования неокров, которые Минпром занимается, и на это деньги есть. А вот есть ли системный подход к вопросу подготовки кадров, кто это все будет делать? На это ответа у меня нет, и, видимо, нету. И я бы, честно говоря, считал, что этим очень важно заниматься. И в завершение у нас громадная проблема, связанная с отсутствием профессионального менеджмента. У нас люди, которые управляют предприятиями, ну, топы, топ-менеджмент, это в основном люди с инженерным бэкграундом, которые получали потом как-то неспециализированные бизнесовые знания. В связи с этим у нас, честно говоря, любые бизнес-компетенции, вплоть до очень простых вещей, например, на создание, ну, написание просто вот юридической конструкции, закупки где-то за рубежом IP. Или, не знаю, еще каких-то вещей, контрактов на запуск технологического оборудования, трансфер технологий. Мы в нашей отрасли считаем это, ну, буквально ноу-хау. Если у компании есть такой опыт и есть один человек, который когда-то это делал, вообще понимает, как это все можно сделать, там, юрист главный, например, или коммерческий директор, то это ого-го, какая компетенция. И это, честно говоря, просто, ну, очень смешно, с одной стороны, а с другой стороны, очень грустно. Поэтому в завершении я бы считал буквально обязательным обратиться от сообщества к правительству и профильным министерствам, говоря о том, что действительно, если сейчас в электронику пойдут очень приличные объемы средств, то, возможно, нужна какая-то отдельная программа в рамках нацпроекта образовательного или еще как-то упакованная на базе ведущих вузов совместно с ведущими компаниями по подготовке специалистов. И обязательно их нужно учить не только в России, но и за рубежом. И обязательно нужно учить не только инженеров, но и руководителей, но и менеджмент. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Я предлагаю коллеге сразу задать Андрею Анатольевичу вопросы, потому что он нас покинет. Элла, ты там активно реагировала на отдельные... Не, я согласна. Я с Андреем Анатольевичем, наоборот, согласна. Мне не надо задавать вопросы. Я надеюсь, что он поднимет флаг и поведет нас в своем направлении. Когда у меня есть вопрос, Андрей Анатольевич, вы сказали очень хорошо по поводу того, что... поскольку вы работаете на переднем крае, вот, да, и были готовы разрабатывать квалификации для, значит, бы дальше, если бы эта разработка велась более гибким подходом. Вот вы понимаете, что за более гибкий подход вы имели в виду? Да, мы понимаем. Я, честно говоря, не успел в деталях подготовиться конкретно по этому вопросу, но если кому-то из собравшихся это интересно, и кто-то хочет этим вместе с нами позаниматься, мы очень хотим, и мы готовы. Но я помню, что у нас от написания по форме вот этого профессионального стандарта, что мы сделали, и мы согласовали с отраслью, до его утверждения всеми-всеми, ну, то ли не дошло дело, то ли дошло, но через там года два. И вот, ну, вот в рамках этого пути, ближе к его концу, хочется прекратить этим заниматься, потому что непонятно вообще, зачем это нужно. Вот, наверное, как-то так. Но мы готовы, нам это крайне интересно. То есть вы готовы, значит, да, дать более простой подход? Да, вот у нас есть ассоциация, мы готовы
писать содержательно эти стандарты по ключевым специальностям, которые в электронике нужны. Спасибо огромное и за последнее высказывание, за идею о том, что очень важно соединять индустрию с передним краем науки, да, вот с настоящей наукой, с true research. Я надеюсь, что, значит, наши спикеры продолжат эту тему. Спасибо вам огромное, Андрей Анатольевич, за участие. Спасибо большое. Прошу прощения, что не могу остаться, но всем знакомым товарищам привет большой. Спасибо. Спасибо большое. Александр, готовы ли вы, значит, принять эстафету начальник управления научных исследований университета УФИ? Добрый день, уважаемые коллеги. Готов принять эстафету. Если позволите, можно ли мне разрешить демонстрацию экрана? Все ли видят? И слышат, да, наверное. Итак, коллеги, я буду говорить об очень конкретных вещах, хотя и название моего небольшого сообщения – «Подходы к описанию квалификации будущего», проект НОП 2020. Говорим о будущем, но говорим про вполне конкретные вещи. Вот в нашем замечательном проекте, совместном проекте ЛТИ и Фонда инфраструктурных образовательных программ, наша стратегическая задача была попробовать нащупать механизмы, методы выявления и описания опережающей квалификации. Тех квалификаций, которые будут востребованы, которые будут обслуживать базовые технологии шестого технологического уклада. С одной стороны, у нас в заначке было два козыря, как мы считали. Козыри следующие. Первый козырь. Мы считали, что все-таки вот, на пути развитие шестого технологического уклада наша страна, к сожалению, немножечко отстает лет на 5-7 от ведущих стран, которые уже технологии, которые переходят на этот уклад. И поэтому у нас есть небольшая возможность немножечко подсмотреть просто, как формируются кадровые траектории, траектории подготовки кадров к новым технологиям, для того, чтобы посмотреть просто и попробовать воспользоваться теми механизмами и инструментами, которые есть во всем мире. Козырь абсолютно был битым, абсолютно пустым. Ничего мы там не увидели. Мы поработали и в экспертных группах, и на форсайте, и поговорили с ведущими учеными ведущих стран, которые занимаются нанотехнологиями, и поняли о том, что все страны примерно находятся примерно на одном и том же уровне с точки зрения кадрового обеспечения нанотехнологий. Примерно все на одном и том же уровне. Все занимаются совершенно кустарными какими-то технологиями подготовки кадров. Действительно, как было уже сказано, перекупают готовых специалистов, специалистов-самоучек. Нет абсолютно никакой системной программы подготовки кадров к новым технологиям. И как она будет выглядеть, тоже у всех мнения абсолютно разные. И такого сформированного мнения тренда мирового нет. С одной стороны, нас это немножечко расстроило, с другой стороны, немножечко обнадежило. Почему? А потому что, как мы поняли, для России это уникальная возможность попробовать вместе со всеми начать вот с этой нулевой ступенечки и, по крайней мере, быть вместе со всеми на передовых рубежах развития вот этих технологий, нанотехнологий, по крайней мере, с точки зрения кадрового обеспечения этих технологий. Если мы захотим, если мы приложим некоторые усилия, если мы приложим некоторые ресурсы, то, конечно же, мы будем в тренде вместе со всеми. Точно не отставать, а может быть где-то даже опережать. И второй козырь, как мы считаем, все-таки мы достаточно плотно работаем с национальной системой квалификации, в парадигме этой системы квалификации, и в процессе работы мы с большим удовольствием, но в то же время с большим удивлением вдруг поняли, что вот те механизмы, которые, тот инструментарий, который разработала долго и мучительно системы, национальная система квалификации, в частности, национальный гест развития квалификации, они сработали. Причем они сработали очень здорово, и они выработали абсолютно универсальные механизмы. Чуть попозже я поговорю про них чуть поподробнее. Ну и Виктор Викторович уже рассказал про особенности шестого, технологии шестого, пятого, шестого технологического уклада. На них я останавливаться не буду. Идем от микроэлектроники к вот тем технологиям, которые у меня на слайде. Виктор Викторович про них рассказал уже. Вот. Ну и мы все-таки работаем, мы с вами работаем
над группой технологий, которая называется атомно-молекулярная архитектоника и дизайн. Почему вдруг мы за нее взялись и решили, что это одна из ключевых технологий, которая вытянет базовые технологии, базис шестого технологического уклада, по одной простой причине. Дело в том, что эта технология абсолютно сквозная, она присутствует в большинстве базовых технологий шестого технологического уклада, и поэтому по мере того, как будет она развиваться, естественно, что и весь базис инжиниринговый шестого уклада тоже будет развиваться вместе с ним. Это первое. И второе, как мы считаем, безусловно, мы, конечно, отталкивались от таких базовых понятий, как, например, всем известно, как, например, полный жизненный цикл товара, который закреплен в ряде стандартов. Мы выделили ряд основополагающих таких позиций этого полного жизненного цикла. И мы считаем, что атомно-молекулярная архитектоника – это одна из базовых позиций, базовых элементов вот этого полного жизненного цикла, который действительно очень серьезно влияет на развитие всего развития товарного производства. Так вот, как я уже сказал, для того, чтобы проектировать кадровое обеспечение, необходимо знать, чему учить, какие базовые квалификационные требования у специалистов, которые будут реализовывать эти технологии. И, конечно же, необходимо каким-то образом описать вот этот компетентностный портрет, квалификационные требования этого специалиста. Механизмы мы использовали абсолютно стандартные, механизмы разработаны Национальным агентством развития квалификации. Это такие понятия, термины, как национальная рамка квалификации, уровень квалификации, области профессиональной деятельности, вид профессиональной деятельности, профстандарты, рамки квалификации, функциональная карта, трудовые функции, знания, умения и так далее. Это вполне четкие категории, которые описываются, с помощью которых, в парадигме которых можно очень хорошо и четко и однозначно описать квалификационные требования к специалистам, которыми они должны обладать для реализации тех или иных технологий, в том числе и атомно-молекулярной архитектоники дизайна. Ну а теперь перехожу к еще большей конкретике, уже к некому нашему видению той модели, структуры, технологии, той модели описания функциональной карты по технологии атомно-молекулярной архитектоники и дизайна. Из чего мы исходили? Мы исходили из элементов жизненного цикла товаров, как я сказал, и мы выделили три вида профессиональной деятельности, которые непременно присутствуют в проектировании товаров наноиндустрии. Наноиндустрия, нанотехнологии подразумевают, как мы считаем, работу с тремя видами объектов. Первый вид объектов – это на уровне объекта уровня атомы молекулы, это некие молекулярные структуры. Второй вид объектов – это надмолекулярные структуры, это архитектоника, которая позволяет сформировать определенные формы и надмолекулярные системы, которые очень серьезно влияют на свойства и качество производимого объекта. И третий вид – это некие регулярные материалы, которые могут быть модифицированы на атомно-молекулярном уровне, причем модификация может производиться как инвазивной, так и неинвазивной, с помощью квантово-волновых, ну и других всевозможных технологий. Поэтому в качестве трех базовых видов вот такая вот небольшая функциональная карта у нас получилась сквозная, состоящие из трех видов профессиональной деятельности, которые я уже назвал, и они обозначены вот такими вертикальными прямоугольничками голубыми, ну, с названиями видов профессиональной деятельности. Сразу же хочу сказать, почему мы их назвали сквозными. Почему? А потому что большинство операций, большинство обобщенных трудовых и просто трудовых функций, которые реализуются в ходе выполнения вот, реализации этих видов профессиональной деятельности, они имеют много общих элементов. И это на картинке хорошо видно, но вот в части в самом верху
там идут такие сквозные ОТФ, обобщенно-трудовые функции. Так вот, мы считаем, что в значительной мере составляющие обобщенно-трудовых функций, они являются сквозными для всех трех видов профессиональной деятельности. Ну, в частности, это атомно-нуклеарный дизайн. В дизайн мы понимаем проектирование, моделирование, построение цифровых двойников. Это обязательный элемент жизненного цикла проектирования. Это, конечно же, производство опытных образцов, с помощью которых позволяют проверить гипотезу о правильности результатов проектирования. Ну и, конечно же, диагностика. Это методы проведения измерений и диагностики, которые позволяют удостовериться в том, что искомые параметры будут достигнуты. В то же время для каждого из видов профессиональной деятельности будут свои обобщенные трудовые функции, которые как раз позволит уточнить принадлежность вот этих всех операций, этой деятельности именно к этому виду профессиональной деятельности. Но это еще не все. Дело в том, что у нас получилась очень интересная структура, очень интересная модель. Мало того, что она абсолютно сквозная по видам профессиональной деятельности, то, что касается атомно-нуклеарной, оказалось, что она еще и межотраслевая, она сквозная еще между отраслями. Как выяснилось, что во многих отраслях, те, которые являются базами для шестого технологического уклада, ну, в частности, вот по результатам форсайта, по результатам экспертных обсуждений, мы пришли к мнению, что вот высказали гипотезу о том, что это отрасли, это фармацевтика, генная инженерия, электроника, фотоника и материаловедения, что вот эти отрасли, они... Я прошу прощения, минута осталась, у нас сегодня жесткий... Да, я заканчиваю. Угу. Что они в том или ином виде содержат в себе вот эти виды профессиональной деятельности. И поэтому, в принципе, описание компетентностного портрета специалистов, которые занимаются вот этими видами профессиональной деятельности для разных отраслей, в большей части оно совпадает, оно идентично. А отличие заключается, если вы посмотрите на схемке, есть такие сегментики отраслевые ОТФ, отраслевые обобщенно-трудовые функции. Вот эти отраслевые обобщенно-трудовые функции, они как раз и описывают специфику компетенций, присущих для каждой, для реализации технологий каждой из перечисленных отраслей. Ну и прошу прощения. Да, и последний слайд, я заканчиваю. Все-таки наша задача – это построение некой рамки квалификации. Не просто описать знания, умения, то есть компетенции, а описать квалификации, набор квалификаций для выполнения набора видов профессиональной деятельности. Ну, что такое квалификация? Для выполнения каждого вида профессиональной деятельности требуются специалисты разных уровней, полномочий, ответственности и компетенций. Ну, в частности, это могут быть и техники, и инженеры, и руководители разного звена и так далее. Поэтому одному и тому же виду профессиональной деятельности соответствует несколько квалификаций, несколько описаний квалификаций, работающих внутри этого вида профессиональной деятельности. Ну и, безусловно, мы тоже подобрали, очень легко подобрали абсолютно аналогичное по уровню ответственности полномочий описание квалификации, соответствующих каждому виду профессиональной деятельности. Таким образом, как нам кажется, мы гипотетически попробовали создать некую обобщенную структуру межотраслевой рамки квалификации по сквозной технологии атомно-молекулярной архитектоники дизайна. Эта структура в ближайшее время, она и сейчас дорабатывается, и в ближайшее время будет уточняться, дорабатываться специалистами разных отраслей, с носителями, которые очень хорошо понимают компетентностный портрет специалистов каждой отрасли. И, как мы считаем, после завершения этой работы, это вот такая компетентностная модель может быть положена в основу для создания образовательных траекторий, образовательных программ, подготовки специалистов для нового, для новых профессий шестого технологического уклада. Спасибо, готов ответить на вопросы. Александр Георгиевич, спасибо огромное. Я предлагаю вопросы в дискуссию перенести. Если можно, я передам слово Феликсовне. Я прошу прощения, Элла, это сложно для меня упражнение. Просто Элла, достаточно.
управляющему партнеру консалтинговой компании «Прагматик». Прошу. Коллеги, добрый день. Я очень рада снова видеть многих из вас после форсайта. Я постараюсь очень кратко, буквально в 5 минут, уложить свой доклад. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Так. Видно? Да. Отлично. Тогда приступим. А в рамках нашего проекта мы столкнулись с такой задачей, с которой, по нашему пониманию, мы общались с разными экспертами не только в России, но и за рубежом, для того, чтобы получить понимание, знания, что же сделать и как проанализировать опережающие квалификации за горизонтные профессии. Мы столкнулись с тем, что на текущем моменте развития не только в России, но и за рубежом, нет никакой общепризнанной методологии, общепризнанного подхода к определению загоризонтных профессий. Что вообще к этому относится? Например, в октябре месяце в Японии прошел очередной общестрановой форсайт, который проводят уже очень много лет. И форсайт связан с технологиями, которыми Япония будет, и весь мир будет заниматься в ближайшие там, 20-25 лет. Он заключается в том, что японский центр научный, который осуществляет вот эти форсайтные исследования, рассылает анкеты, опросы, где они опрашивают людей по 702 технологиям, которые собраны в 7 направлений науки. Например, одна из бизнес-задач, которая стоит перед Японией как перед страной, является одной из проблем на национальном уровне – это создание сверхпрочных материалов для сейсмоустойчивого строительства. Это одно из тех направлений, которые решает атомно-молекулярная архитектоника и дизайн, в том числе и их научный центр очень силен в направлении материаловедения в том числе. А вот существует такая карта, которая позволяет исследователям и экспертам, которые работают не только в области образования или в области предпринимательского, но в области стратегического управления развития, позволяет понимать, как идет логика движения, запроса рынка или там науки, неокра, это две крайности, которые стоят на одном поле, собственно говоря. Развитие науки позволяет развивать производство и выводить продукты на рынок, соответственно, по какой-то траектории развития. Запросы рынка позволяют в обратную сторону откатываться к неокрам для того, чтобы тот продукт или та задача, которая стоит перед рынком, развивалась. Когда мы делали анализ опережающих квалификаций, изначально мы перед собой разделяли это на три сегмента, которые осуществляют транзит знаний, умений и навыков. Знание – это наука, умение – это образование, навыки, собственно говоря, это бизнес, куда мы применяем. Я здесь не буду останавливаться, вы видите вот эту вот матрицу, потому что я на самом деле хотела бы сейчас сказать в большей мере о том, с какими проблемами мы столкнулись в процессе исследования и анализа опережающих квалификаций, как в России и за рубежом. На всякий случай я сделала такой слайд для понимания. Все загоризонтные профессии связаны с теми научными исследованиями, которые идут сейчас в состоянии зарождения или они очень устойчиво развиваются, но для таких загоризонтных профессий, которые основываются на научных исследованиях, всегда нужно понимать, в какой стадии находится наша наука, в какой стадии находится наука других государств, где мы являемся мировыми лидерами, где у нас происходит пока наличие заделов, где у нас вообще находится белое пятно. И в нашем отчете мы, собственно говоря, такую работу провели по приоритизации технологий, задач исследования разработок и определили, где Российская Федерация является лидером. Ну, это так, дополнительно. Но, собственно говоря, теперь касательно непосредственно сути моего доклада, это анализ эффективности теоретических и практических методов исследования. Мы, когда планировали проведение аналитического исследования, мы исходили из той логики, по которой такие исследования проходят во всем мире. Таких направлений 6, оно начинается от понятного для всех анкетирования ведущих вузов компаний России и других стран, как центров накопления знаний и понимания, заканчивая глубинных интервью выбранных представителей в экспертной среде. Это те люди, вот как наш уважаемый Виктор Викторович, который действительно находится на переднем крае. Виктор Викторович знает
очень много, практически все про атомно-молекулярную архитектонику, но, как показал наш опыт, не все так глубоко вовлечены в процесс, как Виктор Викторович. И когда мы начинали обсуждать с другими вузами, у вас есть подготовка нанотехнологов, нанотехнологов-специалистов, отдайте, пожалуйста, свое мнение по поводу атомно-молекулярной архитектоники, приходил ответ, мы не занимаемся этой темой, мы в этом ничего не знаем. Это говорит о том, что научная среда в Российской Федерации даже внутри очень рассредоточена, информационно и разрознена, как таково. У нас нет единого информационного пространства, которое бы все это объединяло. Вот здесь в виде таких вот медалек я... По своему экспертному мнению, посоветовавшись с нашей командой, мы распределили вот эти 6 методов исследования опережающей квалификации по тому, насколько они в действительности на текущий момент эффективны или неэффективны для достижения итогового результата. И вот как получилось, что контент-анализ научных материалов, то есть мы взяли Scopus, там 72 миллиона статей, 65 миллионов, которые были с 1990 года сделаны, проанализировали, выбрали те направления развития научной мысли, куда мир двигается на текущий момент, и определили, в какую сторону это будет все развиваться потенциально с учетом той динамики публикаций, которые есть. Да, это качественный результат, на который мы можем опираться. Интервью выбранных представителей в экспертной среде. Да, у нас был реестр мировых ученых, которые зарекомендовали себя не только в рамках локальных вузов и стран, а это именно люди с мировым именем, на чьи труды опираются разные научные группы. Это показало, что есть два очень качественных подхода к определению, куда развиваются опережающие технологии. Ну вот, например, опрос руководителей инновационных компаний и R&D подразделения мне показало то, что компании в таких направлениях, к сожалению, отстают от развития науки. Видимо, из-за того, что они сосредоточены на текущих задачах, а также на разработках науки, которые имеют шаг назад, разработка 5-летней, 10-летней давности, которую они только сейчас внедряют в технологию производства массового потребления, соответственно, они не смотрят вперед. И у них нет фокусировки о том, что нужно им делать сейчас, куда нужно концентрировать ресурсы, может быть, какие исследования нужно софинансировать или просто финансировать напрямую для того, чтобы с точки зрения бизнеса и рынка быть в опережающих блоки, а не догоняющих как таковое. Ну и, собственно говоря, то, что показало наш проведенный форсайт, опять же, это на мое личное мнение, потому что я в течение 15 лет принимала участие в различных таких мероприятиях, в больших, в том числе, форсайтных исследованиях, то, что наше экспертное сообщество в Российской Федерации, оно действительно не подготовлены информационно. И перед тем, как проводить вот такие вот фокус-группы форсайты, нужно проводить очень большую методологическую работу для того, чтобы всех выровнять температурно по пониманию. И мы сделали вот такой вот специальный слайд для того, чтобы показать, что у нас есть все три проблемы, с которыми сталкивается человечество. Мы не слышим, мы не видим, мы не говорим. У нас низкая осведомленность бизнеса и научного сообщества о перспективных технологиях за горизонтных профессий как таковых. Да, у нас на текущий момент есть атлас перспективных профессий, но этот атлас собирает профессии, которые сейчас не существуют, но они просматриваются очень легко. То есть мы сейчас уже чувствуем вот эту нехватку на рынке тех или иных специальностей и квалификаций, и мы можем на основе нашего прошлого опыта сказать, что вот такие специалисты нам здесь сейчас потенциально нужны. Но загоризонтные профессии предполагают накопление информации о том, куда будет двигаться мир, куда будут двигаться технологии и к чему мы двигаемся. Форсайт-сессия показала узкое восприятие экспертами сквозных технологий. И это действительно так, потому что атомно-молекулярная архитектоника, она пронизывает очень-очень многие отрасли, ее нельзя ни в коем случае. Александр, я так понимаю, что мне нужно заканчивать буквально 30 секунд. Да. Нам нужно, это последний слайд, нам нужно, конечно, очень много с экспертами готовить. То есть я для себя точно поняла, что по сквозным технологиям нужно делать еще микрогруппу, условно говоря, которые будут обсуждать, потом это будет выводить все наверх. И последнее, то, что отсутствие системно значимых и научно значимых публикаций
по атомно-молекулярной архитектонике на русском языке. Надо признать, что у нас уровень знания английского языка не такой высок. И да, у нас спектр вот этих публикаций в скопусе, он огромен, но, к сожалению, у нас нет ни официального перевода на русский язык, ни знаний. То есть, если мы не можем переводить эту информацию, соответственно, нам нужно поставить перед собой задачу просветительскую. Нам нужно просвещать, нам нужно делать намного больше конференций, круглых столов, публикаций, журналов на разных площадках для того, чтобы людей готовить к этому, и тогда наша работа будет намного более практичной. Я понимаю, что у нас это был первый такой подход к формированию загоризонтной профессии. И закончить я хочу фразу Ключевского, она относится, конечно, к истории, что это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого, но фактически любая загоризонтная профессия, которая ожидает нас в перспективе, это наше понимание на основе наших знаний, накопленных уже нами, профессионалами и человечеством в целом, о том, как мы будем развиваться. Конечно, мы не знаем априори, но 100%, какими знаниями, навыками будут обладать такие люди и чем им нужно обладать. Но мы можем с какой-то высокой степенью вероятности спроектировать такое понимание и, по сути дела, вот этот образовательный трек направить в параллель с развитием технологий, потому что, опять же повторюсь, те статьи, те работы, те технологии, которые сейчас по атомно-молекулярной архитектонике есть, их писали не люди будущего, их писали мы, наши современники. Вот Виктор Викторович Лучинин, собственно, когда такие статьи пишет. И, конечно, на основании вот этого объема знаний, навыков мы можем сконцентрировать и подтянуть вот это будущее к текущему дню и сделать его более осознанным и осязаемым, и понятным, и описать на бумаге, чтобы у нас было одинаковое понимание, что такое атомно-молекулярная архитектоника, что такое загоризонтная профессия и для чего она нужна, чтобы наш потребитель понимал в виде бизнеса или в Министерстве образования, кого нам нужно готовить, для чего, когда и какими знаниями и навыками такие люди должны обладать. Я все. Спасибо, спасибо большое, Элла. Я передаю слово, поскольку у нас очень жесткий тайминг, Светлане Борисовне Епихиной. И Светлана Борисовна, заместитель генерального директора Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Светлана Борисовна, вам слово. Да, добрый день, коллеги. Очень приятно. Как всегда, очень интересно и содержательно. Сейчас буквально секунду я включу экран. Еще раз добрый день. Для меня тема... Меня хорошо слышно, да? Да. Для меня тема подключения к такому вопросу, да, формирования загоризонтного будущего, наверное, я готовилась с одной стороны говорить, но пока послушала коллег, хотела обратить внимание тогда на несколько вопросов, которые немножко, наверное, коснутся одной из моих профессий. Это психология, причем именно знание мозга человека, его функции и так далее. Поскольку, когда мы говорим о загоризонтном, то мы говорим о вещах, которые очень сильно связаны с нейрофизиологией, с нейропсихологией и так далее. Ну, как бы одно из направлений, которое сегодня Россия ставит для себя, как развитие человеческого капитала. То есть те профессии, которые звучат в наноиндустрии, как ни странно, они касаются того ресурса, который создают эти материалы, создают индустрию, создают научные потоки и так далее, то есть человека. Поэтому я бы сказала так, что вот пока я рисовала данный слайд, вкратце, да, пути формирования прогнозов по профессиям будущего, у меня есть, ну, вот, две фотографии, одна из которых вот точно отражает человеческое восприятие будущего, именно человеческое. Очеловечивание будущего в неком понятном формате и так далее, с какими-то уклонами из прошлого там, или из какого-то там фантастического или какого-то другого направления. И есть прикладная задача индустрии. Вот прям такая конкретно, пусть даже и выражена в красивых формах, но это все-таки индустриальная картинка мира. Так вот, между человеком и индустрией связь действительно очень плохая. Человек в данном случае для меня это студент, ну или тот человек, который приобретает компетенции. То есть тот человек, из которого мы хотим сделать работника в индустрии или работника в науке, и, как ни странно, и работника в образовании, или студента, поглощающего знания в этих образованиях. Поэтому вот на следующем слайде, опять же, до нашего диалога созданного,
Я показала вот эту мозаику, ну так для меня это, да, там с одной стороны без этих ячеек не существует созданного нами продукта, но, понимаете, между собой они все очень противоречивы. То есть если у нас есть более или менее заказчики-потребители, которые, ну как бы, казалось бы, говорят общим языком, индустриальным таким, есть студенты и вузы, которые, с одной стороны, вот они не зря одним цветом, они немножко вроде бы вместе, студенты или там те, кто приходит учиться в вуз, то есть между педагогами и студентами есть некое смежное данное. Но есть еще студент, вот, который такой вот зависший над этими знаниями, у которого, с одной стороны, деньги, то есть он хочет зарабатывать, с другой стороны, мечта какая-то, призвание, открытие, которое он хочет совершить, не знаю. Вот когда мы говорим с вами о загоризонтных профессиях, мы все время забываем о том, что вот этот неизвестный нам студент или неизвестный нам специалист, который должен превратиться в некоего загоризонтного, это человек собственной воли, который двигается по очень сложному, очень трудному объему получения знаний, и у него должен быть очень значимый мотив для этого и некое совпадение с собственным выбором. Поэтому при формулировке дальнейшей работы я бы вот предложила все-таки не забывать, что мы не формируем профстандарт, и мы не формируем профквалификацию. Мы говорим об образовательной траектории или там, об образовательных продуктах, которые через человека должны создать некий новый труд. Вот на это, обращая внимание, хочу сказать, что космос создали люди, ну здесь не случайно, здесь космическая такая иллюзия, поскольку космос создали люди, которые в космос влюблены. Поэтому при формировании профессии загоризонтных мы в основном говорим с теми, кто уже влюблен и живет в этом. Но при формировании, опять же, вот этого перекрестия, как получить новые компетенции или какие базовые использовать, мы переходим в то, как бы, а как с этим мы будем жить дальше. Я не касаюсь сейчас квалификации, компетенций, где очень прекрасные доклады были, очень благодарна всем коллегам за глубину понимания, да. Но я говорю, опять же, сейчас, вот обращаю внимание, прямо с мозга. Вот прямо с мозга, нейропсихологии, нейрофизиологии. То есть для нас будет очень важно, сможем ли мы создать инновационный продукт в образовании, который будет учитывать три базовые вещи, вот прям базовые. Хотя здесь они идут по вертикали. Но, то есть, с одной стороны, начнем сверху, продолжительность программ. За какой период мы будем готовить не профстандарт, о котором говорил коллега, а образовательную программу, потом ее утверждать, потом по ней учить, потом получать результат. В конце какого пути этот результат будет? Через 6, через 4, через 2 года. Это будет ДПО или профессия какая? Обратите внимание, я назвала слайд именно профессия, специализация, прикладной инструмент, апгрейд навыков. Вот на самом деле это выбор рынка или вуза, как мы будем это называть. С какой скоростью мы должны готовить эти пирожки, да, то есть новых работников в новых профессиях в будущее. Если у нас время разбег в 6 лет, или у нас есть разбег в 2 года, это магистратура, или там нам бакалавриат, без бакалавриата не обойтись, я обращаюсь на глубину программы. Потому что этот вопрос ставит нас в глубину. За какой период базовый мозг человека, пусть даже занимающегося химией, или физикой, или математикой, способен получить дополнительные знания? Позвольте маленькое отступление. Сегодня разговаривала с коллегой, погрузила его в транс, причем математический мозг завис. Потому что я задала вопрос. Вот я вижу объявление на рынке труда, в котором написано «идеальное знание русского языка», «идеальное знание арабского языка», «идеальное знание английского языка». То есть идеальное, прям максимальное, прям идеальное. С уникальными компетентностными навыками в области коммуникации сверхъестественных в плане такой хороший пиар-джар. Плюс к этому это, конечно, должен быть мужчина, который, как вы понимаете, очень усидчивый и старательный в приобретении письменных языков, письменных, обращаю внимание, да, с идеальной перепиской. Вот. И да, это вакансия с оплатой, но вы знаете, как сказал один человек, увидев эту вакансию, из тех, кто учит языки, если бы я все это знал, я бы уже вот совершенно другие деньги имел. За эти деньги я бы не пошел. Да? То есть как они сами, люди, оценивают свои компетенции. И как их оценивает рынок? И это было иностранное представительство, которое в России искало человека. Я могу сказать, что я за свою жизнь не встретила такого свободно владеющего русским языком, арабским и английским, хотя общалась, вот там меня приглашала высшая школа там, поговорить с арабистами, куда же им двигаться и кем им быть.
и так далее. Вот переходя на наноиндустрию или на нанопрофессию, я бы сказала так, сколько времени будет согласен студент или специалист еще поучиться, с какой сложностью, и что ему за это будет предложено, возвращаясь к той картинке про деньги. Просто если он занимается мечтой, может быть, он туда и погрузится еще надолго. Если он занимается, простите, вот честно, работой, то здесь надо учитывать, с какой скоростью мы его, ну, произведем его апгрейд, или доучим, или доукомплектуем до потребности рынка. Когда говорил коллега перед этим, вот Андрей Безруков, выступая про миграцию навыков, то есть миграцию специалистов подготовленных, он говорил о том, что они так запросто уезжают. То есть да, мы можем научиться производить эти пирожки, готовить и так далее. Мы не сможем запретить человеку выбирать, где ему и сколько будут платить. Поэтому при производстве такой работы я бы попросила, вот к Эле обращаясь, да, разрешите там без отчества, да, я действительно просто высоко ценю вашу аналитику, и я предлагаю здесь задаться вопросом, глубина, продолжительность и так далее, да, а стоимость вот этих инвестиций в человека, как со стороны вуза, так и со стороны самого человека. И насколько рентабельно покупать или готовить. И примером приведу, опять же, авиационную отрасль, в которой одних специалистов мы могли по западным моторам подготовить для допуска самолета в рейс, подготовить за буквально там считанные несколько месяцев, и он получал от наших западных партнеров право выпускать самолет в рейс. А по нашим российским самолетам он должен был набрать не только базовые компетенции в виде обучения, он должен был чередоваться с циклами подготовки, и таким образом на него уходило 7 лет. Но за эти 7 лет этот человек действительно, ставив там штампик о вылете самолета, отвечал за его безопасность полностью. Поэтому вот этот вот цикл, время, деньги, ресурсы и так далее. Но нашим авиатехникам по российским самолетам платили меньше, потому что гипотетически стоимость их подготовки стоила дешевле, и они не знали английского языка в той норме, в которой там знали его другие. Вопрос. Но когда его у нас покупали на последнем этапе, забирали наши конкуренты, мы теряли гораздо более дорогостоящую компетенцию. Мне пришлось нарисовать такой временно ориентированный график, в котором показать эту стоимость. Моментально собственник изменил отношение к ценности этих компетенций. Дмитрий Владимирович Каменщик очень в этом плане продвинутый собственник. Да? Поэтому я говорю еще раз, вот если возвращаться к этой модели, то ключевые условия программы тогда будут для того, чтобы уж делать инвестиции в человека и производить эту программу или там его в эту программу вводить, то собственники или инвесторы, или заказчики должны научиться понимать, что на входе человека надо оттестировать, способен ли он, его мозг, произвести этот урок. У нас тоже в авиации был большой конфликт. Можно ли было наших авиатехников научить английскому языку? Ну так запросто, за два месяца. Я сразу спорила с тем, что это было невозможно. Коллеги мне не поверили. Но поскольку в каждой профессии есть вводный типаж, некие люди, которые выбирают эту профессию, то я хочу сказать, что мы теряли грузчиков, которые должны были начать обслуживать сверхсовременные конвейеры, сверхсовременную технологию. Да? Они говорили, мы не нанимались на профессора и не учились, нам вот эти талмуды ваших инструкций читать не надо. Ну и все, и на этом было все закончено, да? Поэтому там роботы заменили людей гораздо быстрее, чем нам хотелось бы, и затраты были другие. Вот. И, кстати, тех авиатехников, директор аэропортового комплекса признался на большом совещании, что вы были правы, они не способны учиться английскому языку. Хотя у них была базовая средняя школа, как у всех у нас. Ну, то есть можно говорить о том, что у тебя есть фундамент, но этот фундамент не надстраиваемый, не апгрейд, ничего другого там не поможет. То есть изначально фундамент хилый, изначально нет способности учиться вот на этом уровне. Но хуже другое, он может сдать экзамен, даже профэкзамен, но не быть прикладным. То есть неспособным содержать в памяти или там в действиях. Да, все, я заканчиваю, кстати, и вот последняя картинка, да, она такая визуализированная. То есть для всех нас, вот как это видит Дубай, который построил такую башню,
То есть, да, из нанотехнологий можно сделать все, что угодно. Это прекрасный мир будущего, в котором очень интересно будет жить, надеюсь, всем нам, нашим предкам не пришлось, но потомкам точно. Предки дали нам космос. Что дадим мы своему потомству? Я просто еще раз говорю, что давайте вернемся вот к тому вот важному пункту, который здесь не написала, про нейрофизиологию и нейропсихологию при подготовке таких программ, я бы сказала, от ускоренных до погружающих в будущее, которое еще невозможно потрогать. Вы знаете, как для меня на всю жизнь это была многомерность математики. То есть многомерность миров до какого-то предела могу осознать, а до какого-то уже мне... Ну, я доверяю математикам, что они есть многомерные миры, но насколько и как это уже детали. Вот чтобы мы с вами как бы оказались, возможно, в счастливом будущем, от нас с вами зависит, сможем ли мы оцифровать или привести к некому действительно научному и практическому значимому выводу нашу страну в создании новой технологии, апгрейда компетенций. Спасибо большое, коллеги. Спасибо огромное. И мы должны, у нас есть на это время, обсуждать, ответить на вопросы, задать друг другу вопросы. Я надеюсь, что эти вопросы накопились. Я так понимаю, что как раз очень хорошо получилось, что Светлана Борисовна пробросила с Эллой парой, значит, таких тезисов, привела в пример нашу библиавиацию. В общем, есть, значит, с чего начать нашу дискуссию. Есть ли желание, Элла, тебе, ну, тебе ответить? Я полностью согласна по поводу базиса, потому что это было за рамками, допустим, моего доклада. Это, наверное, больше к докладу у господина Волкова было по поводу рамок квалификации. Мы когда 3 месяца работали на проекте с сотрудниками Ленинградского электротехнического института, у нас 3 месяца мы бурлили по поводу того, что же, что это за программа должна быть. И я как раз коллегам говорила, что, ребят, мы не можем взять 17-летнего пацана или там девушку и вгружать ему мозг, у него мозг еще не развит. Нам нужно понимать, что когда, допустим, там, мне там практически 40 лет, я из Новосибирского академгородка, я застала плеяду великих ученых, фундаменталистов, которые еще советской школы, то есть это люди, которые мелом на доске писали, у меня другой склад сознания. И нам нужно вот это все учитывать. И вы абсолютно правильно сказали, что вопрос, насколько быстро мы можем подготовить, и насколько люди... Атомно-молекулярная тектоника, она очень фундаментальна. Здесь нужно иметь очень большой объем фундаментальных знаний и прикладных к дополнению к фундаментальным. И если, допустим, условно говоря, у нас вузы, мы просто прорабатывали программу вузов бакалаврской, магистерской внутри Российской Федерации, мы видим очень разношерстные эти программы, они очень разные. Вот возникает вопрос некой унификации, если мы говорим о том, что мы формируем магистерскую программу, мы должны понимать, какими сильными базовыми знаниями математики, физики, биологии, химии и так далее, должны эти ребята обладать, чтобы, поступая на магистратуру, мы не выкидывали деньги на ветер, обучая людей, которые вообще не способны к фундаментальной науке как таковой, к вот этим исследовательским, нет у них вот этого зерна, чтобы не было так, что люди к нам приходят только потому, что это модно, это популярно, и мы создали некий информационный такой тренд, что это вот классно, супер, и за этим будущее. Очень жалко будет и обидно, если с какого-то большого объема выпускников у нас останутся в реально в нашей вот этой сфере 2-3 человека, и мы будем на них молиться. У меня есть такой еще момент, который я хотела сказать. Вот касательно того, что мы обучаем людей, люди уезжают. Здесь это палка о двух концах. На самом деле я за то, чтобы мы обучали как можно больше, чтобы как можно больше наших людей уезжало. Я объясню, почему. Первое. Экспорт образовательных услуг – это тоже деньги, это тоже бизнес. Это способность нашей страны давать качественный, квалифицированный персонал всему миру. Если мы возьмем Штаты, Британию, Германию, Францию, то выпускники инженерной школы Парижа и других вузов, например, там, они востребованы во всем мире. Второй момент – это возможность конвергенции знаний наших ребят и ученых на Западе, потому что, да, мы общаемся, мы коммуницируем на уровне конференций, статей и так далее, но
это нормально, когда наши ребята обучаются, едут, работают туда, возвращаются и говорят, слушайте, вот здесь они работают вот так, здесь они умеют вот так. Потому что я посмотрела техническое обеспечение одного из санкт-петербургских вузов, это не Ленинградский электротехнический институт, другой. Я посмотрела, на каком оборудовании работают. Но, коллеги, у них нет ни одного аппарата, произведенного в России. Они занимаются нанотехнологией, но вся аппаратура там. Это говорит о том, что там инженеры знают и понимают, как сделать эти аппараты, на которых работают русские ребята. А моя, условно говоря, внутренняя задача, я думаю, что это задача всех, кто здесь участвует, чтобы у нас были такие специалисты, которые могут делать не только технологию на бумаге, не только науку продвигать на бумаге, но и развивать промышленность. Но это требует постоянный круговорот, и вы абсолютно правильно сказали, то же самое, как со стюардессами, нужно любить, помогать людям, нужно любить, заботиться о людях. Это не про небо, это не про путешествие работы, это про другое. И я очень надеюсь, что вот такие мероприятия, круглые столы, конференции у нас будут намного чаще, чтобы мы доносили вот эту правильную позицию о том, как нужно готовить людей и кого нужно готовить и для чего. Спасибо большое. Есть ли еще желающие высказать общее впечатление о первой части нашего круглого стола? Александр Георгиевич? Ну, я только очень коротко, коллеги. Безусловно, конечно же, вот те вопросы, которые сейчас госпожа Епихина, госпожа Гиммельберг затронули, они крайне важны, но я с учетом недостатка времени, дефицита времени, все-таки попытался сосредоточиться на конкретной технологической задаче все-таки по попытке описания вот того компетентностного портрета, квалификационного портрета специалиста, к которому мы должны прийти. Как мы будем учить? Кого мы будем учить? По каким траекториям будем учить? Это, безусловно, важно, но это, по-моему, уже следующая задача. Для начала хотелось бы понять, чему будем учить. Спасибо. Спасибо огромное. И я предлагаю перейти тогда к второй части нашего круга. Есть еще, пожалуйста. Да, если можно. Да, если можно, просто вот в адрес вот как раз главное понять, чему учить. Я бы сказала так, просто все-таки педагогическое образование тоже есть, с психологическим связывая. Когда ты выбираешь, чему учить, вот это чему может быть как огромный просто, ну, такой фундаментальный пласт, а может быть всего лишь там, ну, извините, набор каких-то там маленьких узких компетенций. Я имела в виду точно только одно, что фундамент у человека при входе в наноиндустрию, он обязательно есть, естественно, без него нельзя. Но вопрос в том, что даже надстройка над этим фундаментом у многих людей при наличии текущего знания за счет вот происходящего в мире невозможно. Поэтому я предлагаю задуматься над нарезками, то есть узкими программами, которые позволяют через скорость и, ну, некую усваиваемую фактуру прийти к той истории 7-летней подготовки авиатехника, когда проверялся человек, вот это взял, хорошо, отрабатывает, идет дальше. У нас, конечно, скорости такой нет, но вот если учебная программа будет построена по принципу поучился, проверил, ну, хотя бы у нас будет шанс не в экзамене, не в зачете, я имею в виду, в прикладной части он понимает то, чему учится, мы хотя бы быстрее поймем, кого не стоит вообще там, ну, как бы на кого не стоит тратить время. Простите, если у нас экономист недоученный, он пойдет в торгаши. А если в наноиндустрии мы учили, а на выходе из вуза нет специалиста, то тогда проблема у вуза, проблема у отрасли, проблема у страны. Вот я об этом имела в виду, что здесь чему учить будет сразу связано с темой время и вот нарезка какая. Вот такая или вот такая. Спасибо огромное. Угу. Спасибо. И мы все равно вынуждены перейти к второй части, потому что кто-то съел у нас 20 минут. Значит, но я думаю, что нас это не очень сильно расстроит, потому что у меня есть ощущение, что все-таки наше с вами мероприятие – это встреча участников сообщества, а значит, у нас будут еще возможности дообсудить и договорить все наши любимые вопросы. Поэтому во второй части мы будем обсуждать второй кейс, который происходит в рамках нашей проекта по модели кадрового обеспечения, и я хочу передать слово Алле Аркадьевне Факторович. Алла Аркадьевна, прошу вас.
заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификации. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я думаю, что мы уже давно и плотно знакомы и прекрасно взаимодействуем на разных площадках. Александра, скажите, пожалуйста, сколько у меня времени и могу ли я пару картинок показать? Да, вы можете, у вас 10 минут. Замечательно. Тогда я позволю себе, так же, как и все, тоже несколько картинок показать. Ну, вот пообещала, что я их покажу. Ладно, тогда я не буду отнимать времени. Итак, коллеги, вот для меня сегодня прозвучало несколько таких интересных отправных идей, собственно, которые можно воспринимать как вызовы. Это первое, дефицит кадров, достаточно острый дефицит, и для как раз инновационных и стремительно развивающихся отраслей, там, областей и зон деятельности. Второй, точно такой же вызов, это дефицит системности в подготовке кадров. И третий, скорее не вызов, а развилка, на что мы должны в первую очередь обращать внимание для того, чтобы оперативно покрыть кадровый заказ. Мы должны идти от опережающих образовательных программ или мы должны идти от описания квалификаций. Примерно перед такими же вызовами мы оказались, когда, собственно, разрабатывали совместно с фондом инфраструктурных и образовательных программ свою модель кадрового обеспечения. Собственно, у нас был еще один свой собственный персональный вызов, когда Анжелика Владимировна Волкова задала конкретный вопрос, а можете ли вы приземлить инструменты национальной системы квалификации и выстроить с их помощью какую-нибудь технологию, которая позволяет оперативно готовить кадровые команды, причем должна эта технология быть такой, чтобы ее можно было легко пересобирать, чтобы она была не просто адаптивная, как любит говорить академик Космолов, преадаптивная. И чтобы в любой ситуации она могла быть настроена таким образом, чтобы в нужное время и в нужном месте появились именно те специалисты, которые нужны для стартапа, для проекта, для запуска нового производства и так далее. А мы все-таки не стали противопоставлять квалификацию, описание ее и программу как инструмент, который позволяет эту квалификацию получить, и реализовали подход системный, фактически обеспечив полный цикл от выявления нужных квалификаций через их структурированное описание и трансляцию в образовательную программу, дальше через оценку результатов этой образовательной программы и, если необходимо, до настройку модулей отдельных образовательных программ таким образом, чтобы можно было покрыть какие-то индивидуальные квалификационные дефициты. Причем, когда мы эту модель запускали, мы считали, что мы должны предложить ее как пакетное коробочное решение, поэтому мы должны были запараллелить, синхронизировать все процессы, начиная от разработки новой технологии и, в общем, заканчивая сформированной командой. То есть, конечно, в идеале, наверное, это должно было бы быть последовательным соединением, но нам пришлось работать с соединением параллельным для того, чтобы вписаться в временные рамки. И в прошлом году мы действительно отработали весь цикл, как бы сложно это ни было, но мы действительно, оттолкнувшись от технологических процессов, запустили под них кадровые процессы и на выходе получили ровно ту команду, которая требовалась для этой технологии, и сумели дать специалистам этой команды не только возможность наращивания профессиональных компетенций, но еще и прокачки soft skills. А в этом году, когда мы, собственно, должны были еще раз запустить свою модель и проверить ее на тиражированность, на тиражируемость, на устойчивость, мы оказались в очень сложной ситуации, потому что наша модель должна была быть своей полной, стать своей полной противоположностью, фактически моделью перевертышем. Потому что вот как раз в начале было слово, в начале оказалась образовательная программа. Возникла потребность, и эта потребность ощущает практически весь бизнес, в квалификации, ну, так называемого цифрового трансформатора или команды цифровых трансформаторов. Естественно, образовательный рынок ответил большим количеством образовательных программ, в том числе и вот и той замечательной программой
от которой мы должны были оттолкнуться. Но анализируя содержание этой программы, анализируя антураж этой программы, мы увидели, что у нее есть уязвимое место. Не совсем понятно, к чему все эти замечательные знания про то, что такое цифровая трансформация и какие технологии цифровой трансформации сегодня есть на рынке, а к чему эта замечательная программа должна привести. То есть с какими, собственно, компетенциями оттуда должны выйти люди. И вот тогда мы решили, собственно, свою же модель, у которой по каждому звену от идентификации квалификации до ее оценки есть определенные цифровые сервисы, есть определенные методики, перевернуть. И отталкиваясь от программы и с учетом этой программы, мы, собственно, сейчас заняты тем, что мы формируем квалификационный профиль, точнее, даже если мы сегодня уже говорили, и мне очень симпатичен этот термин, мы формируем рамку квалификации под этот проект, собственно, рамку квалификации в области цифровой трансформации. Делаем мы ее структурированной, декомпозированной таким образом, чтобы было понятно, какие, собственно, задачи будут решать цифровые трансформаторы и какими компетенциями должны обладать. Одновременно с этим мы разрабатываем и тот оценочный инструментарий, который позволит понять, собственно, жизнеспособность этого квалификационного профиля и людей, которые станут носителями этой квалификации. И мы предполагаем, да, это наша гипотеза, что если мы протестируем этот квалификационный профиль через оценку, то мы сможем программе, от которой мы отталкивались, дать конкретные посылы по совершенствованию, по доработке. И делаем мы это, что называется, с колес, делаем мы это быстро. И, в общем, технологичность модели, которая была предложена в прошлом году, позволяет нам все скоростные вызовы выдерживать. Но с чем, собственно говоря, мы столкнулись, помимо того, что нам понадобилась модель «Перевертыш»? Мы столкнулись с дефицитом тех специалистов, да, с дефицитом той квалификации, которую мы условно для себя называем специалистом по управлению квалификацией. Вот мы с Александром Геннадьевичем сегодня очень там красиво и много в нашей особой лексике поговорили о квалификационных профилях, о том, как они разрабатываются, о том, как это важно для всей технологической цепочки, но мы прекрасно понимаем, что это наше знание пока еще доступно немногим. Да? Вот точно так же сегодня Элла говорила о дефиците просветительства, вот в нашей сфере есть то же самое. Поэтому, отрабатывая нашу модель «Перевертыш», мы одновременно и наращиваем потенциал, наращиваем компетенции тех людей, которые смогут подобного рода кадровые трансформации, да, и кадровые модели сопровождать и внедрять. Поэтому операторами вот в нашей работе, да, выступают специалисты служб занятости. И они как раз приобретают те квалификации, которые позволят им управлять системой подготовки кадров оперативно, или запуская весь цикл, о котором я говорила, от идентификации до оценки, или трансформируя его, отрабатывая отдельные звенья и свободно их комбинируя. Но мне кажется, что здесь самое важное, да, что наша модель, с одной стороны, раскладывается на элементы, с другой стороны, как бы мы ни пересобирали эти элементы, системный эффект не теряется ни при каких обстоятельствах. Думаю, что вот и опыт этого года мы тоже сможем обобщить, дорастив нашу модель. Спасибо. Спасибо огромное, Алла Аркадьевна. Точно так же предлагаю обсуждение сделать после выступлений. И передаю слово нашему следующему спикеру Сергею Владимировичу Куцам. Я прошу вас к микрофону перенять эстафету Аллы Аркадьевны, заместитель руководителя по образованию дирекции Центра НПИ «Новые производственные технологии» университета Петра Великого, политехнического университета. Прошу. Добрый день, коллеги. Да, я как раз, мне кажется, тематически продолжу то, что сейчас было начато, но продолжу немножко с другой позиции. Я представляю Центр НДИ, новые производственные технологии, одно из направлений, по которому мы работаем, это технологии цифровых двойников, и это как один из элементов цифровой трансформации промышленных предприятий. И поэтому большая часть наших программ, которые мы реализуем с нашими партнерами, она выстроена вокруг этих тем. Особенности. Мы эти программы выстраиваем вокруг проектов компании.
И поэтому вот эти компетенции, которые необходимы сотрудникам, мы как бы берем из конкретных задач, которые необходимы им решить. И, собственно, вот с таким подходом мы реализуем в течение нескольких лет разные программы, но в них есть ряд особенностей, о которых я как раз бы хотел сегодня поговорить и озвучить. Возьмем ту программу, которую мы сейчас вот совместно реализуем с теми, кто выступает сегодня на круглом столе, собственно, практически все участники этого большого проекта. Эта программа, как я уже говорил, первая, реализуется на основе проектного обучения. Самое важное здесь становится, что же является проблемой вызовом, то есть то, с чем приходит предприятие. Подобную программу мы первый раз проводили в 2018 году, я чуть позже покажу о задачах, но будет видно, что уровни задач меняются с каждым годом. И само понимание предприятий, что для них является проблемой вызовом и в чем барьеры, они тоже, в общем-то, меняются. Мы работаем с разными направлениями, и это надо учитывать, что в составе слушателей одновременно у нас могут находиться люди или предприятия, скажем так, у которых проекты трансформационные выстроены либо вокруг инжиниринга, либо вокруг информационных систем и работы с данными, либо вокруг организационных решений. Они все направлены на цифровую трансформацию, но они все по-своему уникальны. Это значит, что нам в программе необходимо учесть эту уникальность. Мы должны построить ее таким образом, чтобы каждый из слушателей нашел то, что важно для него. И здесь как раз один из подходов такой вот полной динамики того, что происходит внутри. Я чуть позже покажу, почему это важно. Очень важным элементом является проактивная позиция команды, и поэтому мы часто работаем еще и с позиции, не очень люблю этот термин такой, как коучинг или наставников, не знаю, как правильно назвать, людей, которые помогают командам и участникам этой команды работать в единой логике и проявлять свою проактивность, чтобы они не отбывали номер, не были просто обычными слушателями, а работали, реализуя проект. Эта программа сочетает в себе индивидуальные треки, и в этом сложность ее организации, и сложность для нас в том числе, потому что мы ее должны уметь очень быстро перестраивать. Это вот основные элементы, которые мне бы хотелось отдельно осветить. Почему? Потому что на каждом из шагов мы это, собственно, учитываем. Первый начнем с того, что с чем приходит, и какие компетенции озвучивают, и какие задачи озвучивают. Вот здесь четыре типа задач, с которыми мы столкнулись на первом опыте нашей реализации программ. Компании, которые пришли, большинство из них пришло, в принципе, с пониманием того, что цифровая трансформация вроде как интересна, но абсолютно непонятно, что она из себя представляет. Они не против изменений, как, например, первый тип, они хотят создать, но они хотят определить, в том числе, и нужно ли это им вообще. Второй тип команды, например, мог быть компания, которая оценила себя, и мы ее назвали «Кто мы в будущем?». Это как команда, которая сказала, что они понимают, что цифровая трансформация важна, но не понимают, кем они могут быть через там, 5-7 лет. Некоторые компании пришли с тем, что они уже сформулировали и приняли даже для себя программы цифровой трансформации. Но, к сожалению, они висят на верхнем уровне топ-менеджменте, и топ-менеджеры понимают этого, но как только мы спустимся хотя бы чуть ниже на один уровень, сотрудники уже не понимают, что от них ждут. Соответственно, они не понимают, как выстроить проект, они не понимают, как с этим работать. И кроме того, что это является обычным документом для них, они не понимают, как с ним жить и как работать. И наша задача была, собственно, как-то выровнять эти позиции. И был еще такой редкий для нас тип команд, которые уже начали процесс, они уже поняли, что это сложно, они поняли, что это требует от них изменений. А, соответственно, нужно понять, как выстроить это и сделать так, чтобы результаты и успехи, которые они увидели в первых своих проектах, стали системными. Вот это был 2018 год. Теперь, если посмотреть программы, которые участвуют в 2020 году, в принципе, прошло два года, это уже программы, которые взяли себе конкретные технологические задачи, конкретные технологические проекты. Они уже понимают сложности, они понимают те барьеры, с которыми сталкиваются, они увидели, в чем у них нехватка компетенции именно с точки зрения технологий. И программу начинают выстраивать, исходя из маленьких таких пробных шагов, но по конкретным решениям. То есть они уже видят образ общей цели, они видят образ этой программы, они понимают свое место и роль в этой программе и пытаются решить уже конкретную задачу. Но сделать это так, чтобы для нас, как для тех, кто работает с технологиями, это не было в прямом виде консалтингом и решением неокрасским, когда давайте мы вам решим эту задачу. А наша задача здесь состоит немножко более сложным. Мы должны научить их справляться с подобными задачами в дальнейшем.
А это значит, что мы должны понять, как этот процесс у них должен потом превратиться в систему действий, в модель. И вот здесь, как бы, когда коллеги к нам пришли, что давайте попробуем объединить два направления, то, что происходит в МКО и то, что происходит в образовании, и синхронизировать эти два действия. Понятно, что это еще усложняет задачу, но и вовлекает большее число участников в сам проект. Но на самом деле дает, на мой взгляд, плюсы, преимущества и какие-то новые решения для обеих сторон. То есть мы это понимаем, как с точки зрения методологии выстраивается, где происходят вот эти определенные точки касания, какие действия от экспертов ожидаются на том или ином этапе. А коллеги, собственно, могут увидеть, как это вот вживую происходит, как от задачи мы можем переходить к конкретным этапам, конкретным решениям, и как вот мы выстраиваем этот образовательный процесс, учитывая какие-то особенности, ну, когда мы видим, что проект, например, может выйти не туда, или мы понимаем новое там окно для развития компетенций, что именно в этой части их не хватает. Поэтому по вот этой всей программе, которая реализуется сейчас, на довольно коротком отрезке времени, на самом деле, с конца октября до, по сути, конца ноября, это есть определенные элементы. Каждый из этих элементов или касаний – это, по сути, переход в определенную стадию развития проекта и образовательной деятельности. А все, что касается таких теоретических моментов, информационных объяснений, мы постарались перевести в онлайн для того, чтобы, ну, с учетом всех особенностей, в том числе пандемии, которая есть сейчас. При этом в команде, как я уже сказал, работает гораздо больше людей, чем обычно. Это есть тьюторы, они, собственно, наши сотрудники, которые курируют развитие проектов. Задача МКО в этом смысле зафиксировать точки перехода, понять, что происходит с проектом и как-то обеспечить вот это методологическое развитие. Наблюдатели, они фиксируют динамику в команде. И, собственно, задача МКО здесь зафиксировать точки этой групповой динамики и затем, чтобы, опять же, понимать, как учитывать в дальнейшем развитие команд, на что обратить внимание, где начинается проседание, в какой момент нужно активизировать команду и так далее. И есть еще роль экспертов, которые представляют, собственно, комитет по труду и занятости, они проводят оценку инструментами НСК. Вот это роли определенные, которые зашиты сейчас в программу, это значит, что у нас, по сути, там при... не помню, там точно при 60 сотрудниках, которые учатся, есть еще очень большой штат команд, которые работают с этим. Но это очень важный и нужный инструмент, потому что как только мы пройдем эту стадию, мы уже, ну, обе части, обе команды будем понимать лучше то, как работать с образовательными программами, как их использовать и как вот быстро работать именно с командной подготовкой, потому что это, ну, скажем так, определенный уровень сложности и усложнения, потому что когда мы работаем с индивидуальным человеком, это все-таки одна история. Как с командой мы понимаем, что они все разные. А в этой программе мы еще понимаем, что и сами команды находятся на разной стадии. Они не одинаковы ни по содержанию, ни по уровню готовности. Что происходит из интересного и что вот коллеги уже, кто представляет и работает с МКО, они здесь на базе этой программы создали уже ряд конкретных инструментов. Собственно, это самооценка квалификации, как некая оригинальная методика, которая для них важна и которая в дальнейшем будет масштабироваться. Здесь отдельный вопрос и блок будет посвящен и hard, soft skill компетенциям, то, что уже, в принципе, сегодня обсуждалось. И сама эта самооценка, она планируется проведение два раза. Вначале она уже была, в конце, собственно, будет как итоговое подтверждение и разница в этих двух точках. Оценка уровня готовности технологии. Здесь за базовые инструменты, собственно, подход был взят тирелевский уровень технологии, тот, что был изначально в нас разработан, сейчас уже активно применяется в промышленных предприятиях разных уровней, уже даже принят на уровне документов. И вот здесь задача просто понять, на какой стадии мы получаем этот проект, на какой стадии мы сможем его довести в рамках программы. Для нас еще, на самом деле, этот инструмент очень важный, я имею в виду для центра НТИ, потому что мы на базе этого же инструмента строим практически, ну, большую часть всех наших других проектов, связанных с технологиями. То есть акселерационные программы мы точно так же строим относительно этой методологии. Мы проводим их через определенные стадии, уровни, так называемую долину смертности между четвертым и шестым уровнем, для того, чтобы, собственно, довести команды до серийной подготовки и до серийного выпуска продукта. Были определены методики определения ролей и изменение групповой динамики. То есть, собственно, это те решения, которые уже сейчас получены, те, которые прорабатываются, оцениваются, и эти серии наблюдений, они, собственно, будут положены уже в дальнейшем, надеюсь, в методику работы с командами. Из интересных результатов, то, что коллеги присылали, и здесь я как бы, ну, остановлюсь на некоторых моментах, которые тоже мне показались интересными. Значит, первое, если оценивать
роли в командах, то нам хорошо, что в наших командах сейчас количество опытных сотрудников и новичков, оно примерно равно. Это важно, потому что на самом деле у нас есть еще параллельно программа, которая идет прямо сейчас тоже по наставничеству, когда мы работаем с тем, чтобы в компаниях высокотехнологичных, где очень много людей уже старшего поколения с огромным опытом работы, но иногда не соответствующим требованиям, например, по цифровым технологиям. То, чем они работают, то, как они работают, то, с какими технологиями и проектами они связаны, как правило, слабо оцифрованы. А это значит, что при их уходе переход компетенций, опыта в новое поколение, в новых сотрудников, он будет происходить очень болезненно. И на многих предприятиях мы видим проблему о том, что предприятия сталкиваются с задачей, что вот сейчас уйдет наш гуру, который знает все про этот проект, про этот продукт, но потом мы не знаем, как дальше с ним жить и работать с этой технологией. Это значит, что нам очень трудно их улучшать. И вот задача наша — научиться с этим работать. И мы понимаем, что на самом деле людей готовы делиться опытом. Вот соотношение между опытными и неопытными, оно совсем не вот такое, как у нас в программе получилось один к одному. Это, в принципе, здесь хорошо. Я бы отдельно еще оценил топ тех технологий, которые были неизвестны сотрудникам. То есть мы видим, что они, как правило, все связаны со сквозными цифровыми технологиями. И это тоже показывает, ну, в неком виде отставания от требований рынка, от того, что происходит на высокотехнологичных рынках, на даже, так скажем, глобально конкурентоспособных рынках. То есть понимается, что здесь компании, ну, пропускают очень много, и это не очень хорошо. И один важный тоже для нас момент лично, это то, что среди участников и тех компаний, которые проходят этап цифровой трансформации, те, кто работает непосредственно над внедрением инициаций проектов и конкретными технологиями, их 15%. А те, кто работают, скажем так, с ERP-системами, с информационными системами, их большинство. И это на самом деле тоже одна из таких заметных статистик сейчас, что большая часть компаний, которые обсуждают цифровую трансформацию, они чаще даже говорят не о трансформации, а о цифровизации, когда они переводят бизнес-процессы в цифру, когда начинают работать и учиться с информационными системами. Мы всегда говорим о том, что на самом деле это скорее даже из предыдущего технологического уклада. И это должно быть уже реализовано, и уже нужно уметь с этим работать. А вот что будет дальше происходить, и как технологии лягут в основу цифровой трансформации, это пока еще очень сложная тема для большинства компаний, с которыми мы работаем. Ну, собственно, эти исследования тоже примерно это и представляют. Ну вот здесь я бы на самом деле остановился. И это то, что вот я хотел сказать про наш проект, который мы реализуем совместно с коллегами. Спасибо огромное. Поскольку, Сергей Владимирович, надо уходить, если у коллег есть вопросы, я предлагаю задать. Нет вопросов. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Ну, я перехожу к следующему спикеру. И у нас выступает Даниил Вячеславович Старковский, который представляет технопарк «Лентаполиграфмаш». И Даниил Вячеславович – директор технопарка «Лентаполиграфмаш». Прошу. Даниил Вячеславович, близко ли вы? Слышите ли вы меня? Сейчас, 3 секунды. Все нормально. Я здесь. Здравствуйте. Спасибо. У вас ваши 10 минут, пожалуйста, если вы можете как-то более коротко, ну, да, учитывая тайминг, я постараюсь покороче. Собственно, мы сейчас принимаем активное участие вот в проекте в составе команды, так скажем, в политехе, и хочу сообщить, что это достаточно эффективное такое, получается, взаимодействие. Мы можем не только раскачать, скажем так, нашу команду, не только можем нарастить какие-то компетенции по вот тем сферам, которые владеют, скажем так, не все. Наши сотрудники, которые работают в Лентаполиграфмаше, они должны, обязаны и, в общем-то, хотят даже изучить вот эти вот темы, то, что связано с НТИ, то, что связано с новыми технологиями. Проще всего, конечно, можно в различных местах получить эту информацию, но проще всего по понятным причинам получить у, ну, не по
этого слова, такого носителя, носителей этой информации. И, соответственно, поэтому такое вот взаимодействие мы считаем достаточно положительным. И уже не первый раз, не первый месяц, так мягко скажем, происходит такая работа. Мы надеемся, что и в дальнейшем будет возможность направлять такие, собирать такие группы. И важная часть вот этой работы, это важная часть этой возможности в том, что происходит именно командная, такая групповая работа. Если бы это были просто такие информационные встречи, где люди узнают что-то новое, полезное, иногда менее полезное для своей работы, потому что спектр тем достаточно широкий, спектр технологий, отраслей достаточно широкий. Но важно, что происходит, как я сказал, именно командная работа, она заключается в сборке совершенно разрозненных участников, достаточно большое предприятие, соответственно, из различных подразделений собран, вот это, собран проект, над которым работает группа. И одна из возможностей, которую нам предоставляют, это не просто узнать новое и полезное, а именно проработать проект, проработать проект, который должен быть внедрен у нас на предприятии, ну, скажем так, быстрее, правильнее, точнее и с проектной точки зрения, и с точки зрения взаимодействия людей в команде, и, собственно, с точки зрения применения технологий в самом проекте. Можно, конечно, как говорится, или самим построить такую командную работу, или привлечь каких-то внешних, то ли хороших, то ли не очень хороших экспертов. Та работа, которую там, групповая работа, которую предоставляет Политех, конечно, мало того, что высокая по качеству, и, конечно, полностью позволяет этой группе сделать тот проект, который в дальнейшем будет внедряться. Причем особенность в том, что мы до начала вот работы этой группы ставили им задачу, скажем так, более долгосрочную, более отсроченную во времени, но в процессе вот командной работы с фасилитаторами, наверное, так правильно говорить, удалось эти сроки приблизить, и, соответственно, проект важный для предприятия будет внедрен, мы верим, будет внедрен в более короткие сроки. Поэтому такая форма работы, я считаю, очень полезна, ее нужно внедрять и в другие механизмы. Спасибо огромное, Данил Вячеславович. Я приглашаю нашего следующего спикера, Александр Васильевич, вы с нами? Да, добрый день, коллеги. Я прошу вас взять слово. Александр Васильевич Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУШЭ. Да, спасибо большое, коллеги. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. У меня небольшой когнитивный диссонанс произошел, потому что я увидел название атомно-молекулярное. Ой, вылетело термин. Я подумал, так, мы сегодня будем конкретно по специалистам по цифровой трансформации именно в новых материалах. Но не совсем так, ладно. Я что бы хотел, у меня, к сожалению, очень мало времени, сейчас уже начинается мероприятие, я буквально быстро хотел бы основные свои тезисы произнести. Мы вот немножко здесь в стороне все время стоим, потому что, коллеги, много достаточно интересных позиций, достаточно интересных презентаций и наработок в части и форсайтов, и программ акселерационных, образовательных, и, в принципе, подходов, там, не знаю, к менторингу и так далее, и так далее. Мы же стоим в стороне немножечко от этого из-за того, что мы работаем в большей степени с действующим, с текущим рынком труда. То есть в тех проектах, которые сейчас совместно у нас идут с комитетом, с фондом, мы показываем ту ситуацию, на которую накладываются те наработки по форсайтам, скажем так, которые многочисленны на сегодняшний день, тоже занимаемся форсайтами, но пытаемся найти
тот мостик, который нам поможет то далекое будущее, которое у нас все время получается, связать с тем настоящим, которое у нас есть на сегодняшний день. Ну, сами подумайте, когда мы говорим про далекие технологии за горизонтом 30-35 года, да, говорим про специалистов, которых еще нет, у которых только надо начинать набирать в бакалавриат на замечательные программы, а если берем другие круглые столы, то там у нас на самом деле речь идет о том, что школы надо полностью менять. Давно уже идет тема про замечательные инновационные детские сады. Да, у нас нету, к сожалению, этого 20-летнего горизонта в нашей стране. Есть потребность прорыва, но прорыв должен быть, должен идти в какой-то, начинаться в какой-то более-менее понятный краткосрочный период. Все это понимают, на самом деле ситуация у нас не уникальная. Здесь я просто привел слайд о том, как к этому вопросу подходят в разных странах. Кто-то выделяет, ну, наиболее популярным подходом является выделение определенного перечня, по-разному называется, кто-то называет это критическими профессиями, кто-то называет это критическими компетенциями, критическими там, перспективными специальностями, дефицитными специальностями и так далее, и так далее. Но любая страна пытается выделить определенный пул специалистов, технологическое развитие которой, ну, технологическое, естественно, экономическое развитие которой будет зависеть от стабильного присутствия и развития навыков именно у этих специалистов. Все работают немножечко по-разному, да, то есть в Северной Америке там такие модели, они больше идут привязанные к их любимым моделям по часовой оплате, привязки к каким-то сценариям отраслевым, к рисковым моделям эконометрическим и так далее. В Европе больше идут по такой принятой больше для нас вот CDFOP-овской системе, да, когда пытаются все классифицировать, пытаться весь рынок, да, у них это примерно 4000 профессий, 16-17 тысяч скиллов, я уже забыл, по образованию тоже свои классификаторы, и пытаются каким-то образом, ну не пытаются, у них очень хорошо получается, на самом деле, мерить достаточно стандартными статистическими методами тот рынок труда, который есть на сегодняшний день у них. В чем проблема такого подхода? В том, что для этого надо рынок труда все время мерить. А он очень большой, а когда мы говорим про компетенции, он катастрофически большой. Да? Мы умножаем или берем в степень большие-большие множества. Поэтому мы решили уже достаточно давно на различных проектах, которые мы ведем совместно с комитетом, с другими партнерами, мы решили не пытаться заставить рынок говорить на нашем языке, да, или просто рассказать нам, что они делают. Учитывая, что на сегодняшний день доступность больших данных стала достаточно высокой, мы решили понять, как, на каком языке говорит рынок и как этот язык увязать с теми экономическими параметрами и с теми задачами, которые есть на сегодняшний день. То есть, например, как это относится к сегодняшней теме, когда мы говорим о там, дообразовании, о смене какого-то компетентностного профиля, нам не обязательно говорить о выпускнике школы, да, или бакалавриата. Было вот сегодня несколько разговоров на этот счет, да, кто это магистры, кто это аспиранты или это какой-то ДПО, да. Мы, в принципе, можем на рынке делать оценки того набора компетенций, которые востребованы, которые на компетенции, о которых говорят и работодатели, и работники, компетенции, которые, в принципе, могут служить определенной базой, потому что очень часто, да, было сегодня много тезисов про необходимость сильной фундаментальной базы, но, если честно, когда мы изучаем рынок, мы понимаем, что как раз-таки прикладная база играет не менее важную роль, то есть умение работать в специализированном программном обеспечении, пользоваться специальными средствами там, измерений и так далее, без этого вырасти человека, который сможет заниматься, может быть, не какими-то прорывными вещами, но достаточно высокотехнологичными, будет невозможно. То есть наш подход, многие коллеги используют подход такой тотального машинного обучения, нейронных сетей, которые просто мачат все, что угодно, находят все, что похоже. Мы понимаем, что здесь это не работает. Поэтому у нас многоэтапная система, которая исследует профессиональную лексику, исследует профессиональные стандарты. А дальше мы работаем в рамках интервью со специалистами, мы тестируем этот словарь, и самое главное, что мы его матчим с
теми базами, да, то есть это резюме, это вакансии. Что это именно? Это описание того, чем занимался человек на своей работе, когда занимался, в каком году, в каком городе, какой вуз он закончил. Это те слова, которые произносит работодатель, когда хочет увидеть этого человека. Да? Ну и вот, допустим, вот раз у нас сегодня про просто пример приведу, небольшой. Здесь вот очень, очень простенькие вещи вот буквально решили в последний момент набросать. Когда мы говорим про новые материалы, что мы сделали? Для того, чтобы понять, кто может заниматься цифровой трансформацией в этой сфере, да, мы должны понимать, что человек, этот человек должен обладать определенным опытом, скажем так, изменений, опытом руководства, опытом того стратегического планирования, то есть того, что может менять предприятие. И построили модель, ну, простенькую, на основе среднего опыта работы, возраста, зарплатных ожиданий и так далее, и так далее. Потом наложили на те профессии, которые назывались, посмотрели, замачили и увидели, что очень четко выделяются 4 ступени. Да, первая ступень, с которой достаточно быстро перепрыгивают в сфере новых материалов, это исключительно сфера новых материалов, исключительно Санкт-Петербурга. Там 40 тысяч резюме, если не ошибаюсь, примерно здесь. Да, это люди, которые очень быстро перепрыгивают с первой ступени, начинающие специалисты. Потом идет вторая ступень, на которой задерживается, вот здесь вот проценты можете посмотреть, достаточно большое количество людей, тут не стал приводить, но женского пола в первую очередь. Соответственно, дальше идет прыжок на третью ступень, и всего 2% доходит до того, чтобы быть того, кого мы называем людей, обладающих потенциалом цифровой трансформации. Да? То есть людей, которые могут именно в этой сфере, не просто в любой, но именно в этой сфере, по сути, руководить проектами, имеют опыт руководства проектами, понимают технологии, понимают то, как работать с рынком и так далее. Ну и дальше мы начинаем, по сути, препарировать этих специалистов, уже извините за такое неудачное выражение. Здесь это по-разному можно представлять. Просто, например, кто у нас представлен в большей степени. Здесь мы просто привели по всем. На самом деле, по четвертому уровню очень сильно похоже. Единственное, здесь, например, на втором месте стоит техноложка. Если мы смотрим конкретно цифровых трансформаторов, там на второе место прыгает ЛТИ. Технологичка уходит на следующее место. Очень много коллег приезжает из, тут, кстати, вылетел Уфа, вот здесь Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Саратовский и так далее, и так далее. Смотрим по зарплатным ожиданиям, по количеству соискателей и так далее. То есть мы уже делаем определенные предпосылки, какие вузы нам дают такую базу, которая делает тех или иных, скажем так, потенциальных трансформаторов. То же самое касается ДПО. То же самое касается в том числе и регионов, из которых люди приезжают и так далее. Ну и завершить, наверное, хотел бы просто уже другим немножечко примером, чем отличаются у нас вот эти цифровые трансформаторы, да, странная фраза, конечно, специалисты по цифровой трансформации именно в сфере новых материалов, да, от того, кто остается на первой, второй ступени. Повторюсь, возраст примерно здесь уже получается одинаковый. То есть, чтобы выйти на специальность, которая будет заниматься цифровой трансформацией, здесь не надо гораздо больше работы, здесь просто изменяется профессиональный профиль. То есть, если в основном на первой, второй ступени люди люди активно указывают свои сильные стороны, да, это умение пользоваться специальным программным обеспечением, это именно в этой сфере. И это все программное обеспечение именно связано со сферой, да, то есть это не там ERP-системы, еще какие-то системы, связанные с командной работой, целеполаганием. Нет, это проектирование, это создание там в том числе определенных объемных моделей и так далее, и так далее. Что касается других навыков, то упор идет на специализированные знания, да, хроматография, спектрофотометрия, титриметрия и так далее. А когда мы уже смотрим на специалистов, которых мы относим к специалистам по цифровой трансформации, мы видим, что упор идет на ERP, Scrum, Agile, Jira, на soft skills, на управление, команды, контроль и так далее. То есть я сейчас не говорю о том, что это какой-то такой неожиданный вывод, он вполне ожидаемый. Но суть в том, что у нас сейчас, грубо говоря, по Петербургу условно, мы можем 40 тысяч человек определенным образом
и даже эту выборку дальше экстраполировать немножечко побольше. Но мы можем конкретизировать, какой потенциал конкретно у этой сферы на сегодняшний день по кандидатам на то, чтобы менять отрасль. Мы можем проводить экономические оценки, стратегические оценки и так далее, и так далее. То есть ценность нашего подхода и того, что мы делаем, в том, что мы рассматриваем человека на входе прежде... Ну, не просто рассматриваем человека на входе, мы рассматриваем, что на входе... Все, да, я уже закончил на самом деле. Поэтому здесь вот эта вот экономическая, как я хотел сказать, составляющая для экономики, мы пытаемся ее приближать. Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. И я передаю слово нашему следующему спикеру, Виталий Викторович Таицкий, президент Союза дизайнеров России. Если у вас возможность прокомментировать нам тему нашей второго такта сегодняшнего круглого стола. Добрый день, коллеги. Я, скорее всего, действительно прокомментирую, потому что мне надо уже бежать, а наша сессия немножко затянулась. Действительно, у меня будет комментарий, потому что по моей теме коллеги уже выступили и все озвучили, и повторяться мне совершенно не хочется. Высокотехнологичные отрасли, как мы все понимаем, находятся на передовой линии рынка, но в этой же линии находится и дизайн-индустрия, и специалисты в области дизайна. Дизайн-индустрия – это упаковка технологий и инноваций, наверное, в первую очередь, чтобы это было понятно, и специалистов, которые мы готовим, они включают в себя ряд компетенций, таких как инжиниринг, технология, они также специалисты в области искусства, также здесь и менеджмент, и маркетинг, и экономические навыки, и, как ни странно, они еще очень хорошие продюсеры. Сегодня как раз говорили о том, что мы говорим о шестом технологическом укладе, мы говорим о высоких технологиях, что мы отстаем по ряду направлений на десятки лет, где-то не так серьезно. И на сегодня специалисты в области дизайна, они как раз могут быть тем инструментом, который очень серьезно сокращает это отставание и выводит различные индустрии в лидирующие позиции. Мне бы, конечно, хотелось и поговорить и про образование, и про проблемы образования, но я, наверное, все-таки скажу в первую очередь, что серьезная проблема – это у нас все-таки образовательные стандарты, их выпускается очень много, их надо минимизировать, и, наверное, в первую очередь это должен быть симбиоз между бизнесом и, наверное, крупными корпорациями государственными. Вот они как раз задают ту планку специалистам, которые должны выходить из институтов. Наверное, огромная нехватка акселераторов. В частности, дизайн-индустрии необходимы акселераторы, которые компенсируют вот те потери навыков и компетенций, которые я озвучивал ранее. Они помогают наладить связи и с производством, и с инвесторами, и с предприятиями. Отсюда у нас следствие работы этих акселераторов – это увеличение баз промышленности, предприятий, это новые рабочие места, это экономический рост. То есть вот те все константы, которые требуют от нас и президент, и все курирующие министерства. Хочется, наверное, добавить, что мы уже про команды говорили сегодня, что действительно нам нужны молодые команды, которых на сегодня вот у нас насчитывается больше 60 по различным регионам. Их надо развивать, их надо финансировать, им надо помогать. Потому что вот все, что мы сегодня наблюдаем, мы с вами находимся в программе, которая не сделана в России, мы пользуемся наушниками, компьютерами, которые не произведены в России. О каком мы тогда можем говорить в шестом технологическом укладе? И вот эти команды после глобальной поддержки государственной, они действительно могут нас вывести на совершенно иной, именно высокотехнологичный уровень. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу как раз, может быть, в комментарии сказать следующую историю. Как раз когда мы обсуждали ваше участие в круглом столе, я говорила о том, что в Петербурге как раз Сергей Хельмянов, Академия Штиглица, кафедра промышленного дизайна,
совместно с университетом ИТМО буквально прошлую пятницу в рамках проекта Science and Design делали совместные лекции, когда со стороны ИТМО были сделаны лекции по поводу проектирования новых материалов, а со стороны промышленного дизайна представляли позицию к проектированию. Вот насколько сейчас вот это правильная линия и насколько сейчас она должна быть распространена вообще вот, не знаю, там, в современном образовании, в современном каком-нибудь междисциплинарном проекте? Я немножко не понял, про современные технологичные материалы в современном... Мы уже видим, что Петербург это уже не было. Это важное направление, потому что, как я и сказал, основные, наверное, направления, скажем, в области дизайна, индустрии, все-таки эта индустрия мне близка, я ей занимаюсь уже не первые десятилетия, это база для специалистов в области дизайна. Инжиниринг и технологии. А технологии – это новые материалы. Разработка новых экономичных материалов – это также и развитие высокотехнологичных производств. Это также и решение и экологических проблем, и экономических, в частности. Ну, наверное, вот... Я сейчас точнее воспроизведу новость, я прошу прощения. Значит, речь идет о промышленном дизайне и инфохимии как фундаментальной экспериментальной области химии, следующей возможной записи и передачи информации на молекулярном уровне. И речь шла о том, что в лаборатории инфохима шла совместная работа магистров промышленного дизайна и ученых над тем, что такое современный подход, значит, в области материалов, да, и в поиске, значит, каких-то новых задач. Задача была именно работа над концептами применения новых технологий в конечных продуктах. Мы знаем, что Сергей Хельмянов очень активно работает с концептуализацией, да, и вот здесь они соединили две эти вещи. Вот. Теперь я думаю, что более понятно стало. Да, но новые материалы и технологии разрабатывает не только господин Хельмянов, в том числе и в Строгановке их разрабатывает и вполне успешно, и получает международные призы и награды. Да, и мы передаем слово Сергею Смирнову. Смирнов дизайн. И одновременно действительно это Академия Строганова. Сергей Альбертович, прошу вам слово. Спасибо, как вы меня представили. Я, вы знаете, хотел на самом деле сказать о проблемах, которые существуют вот в образовании. И как раз они связаны с тем, что, во всяком случае, вот область образования в дизайне, она такая очень консервативная, связана с тем, что мы очень серьезно находимся в связке с образованием в области искусства. И, собственно, и Строгановка, и Академия Штиглица, они, как бы, скорее всего, в вашем представлении, это художественные вузы, мольберт, значит, краски, карандаш. Но, тем не менее, промышленный дизайн современный действительно очень высокотехнологичный и очень цифровизуется во всем мире. И мы очень серьезно отстаем по этим вопросам. И очень хорошим примером может служить то, что мы вот год, с прошлого октября месяца у нас открыта вакансия на промышленного дизайнера с очень высокими требованиями. Те требования, которые нужны компании Смирнов Дизайн для своей, собственно, работы. Мы как работодатели поступаем, потому что я в нескольких ипостасях и как преподаватель, и как директор центра исследований в Строгановке, но вот еще и как работодатель для промышленных дизайнеров. Вот по статистике уже больше 600 человек откликнулись на нашу вакансию, и порядка только 40 человек получили тестовое задание. Не в смысле того, что они пришли на собеседование, а тестовое задание. То есть больше порядка отсеивается человек, потому что их компетенции недостаточны. И основные компетенции, основные требования – это прекрасное знание софта программного обеспечения, то есть контроля управления поверхностями, хорошее понимание каких-то особенностей там, конструкторских, которые реализованы в современном софте. Ну и помимо этого, естественно, хорошее чувство вкуса, портфолио и такие вещи уже более субъективные, которые оцениваются по портфолио. Так вот, это, ну, тотальная проблема, то, что очень хорошо готовят таких академических художников, у них у всех в портфолио всегда крепкий рисунок, живопись, они совершенно даже не готовы пройти первую стадию тестовое задание.
тестовое задание, оно, кстати говоря, ориентировано исключительно на хорошее знание программного обеспечения, на хорошее знание софта дизайнерского, но и на такие вещи, которые связаны с инженерией, да, надо и компоновку сделать, и вопросы, связанные с умением анализировать информацию, умение анализировать тренды, умение анализировать предпочтения людей, которые тоже, эти тоже технологии очень цифровизируются в наше время. И вот здесь, конечно, очень большая у нас потребность, поэтому я здесь не говорю, что есть решение. Есть очень большая потребность. Но вот, опять же, мы вспоминали Сергея Петровича Хельмянова, он один из таких новаторов в этой области. Он, кстати говоря, тоже всегда спорит с классической программой образования и, ну, не хочу сказать, что там критикует, но все время говорит, давайте дополним ее как раз очень такими практикоориентированными и современными технологиями. Поэтому я не удивлен, когда той новости, что вот он выступает вместе с высокотехнологичными материаловедами. А действительно, если вы сейчас посмотрите на современный дизайн, он очень ушел в так называемый CMF-дизайн, Color Material Finishing. И если вы посмотрите мобильные телефоны, с точки зрения формы они все одинаковые. Отличаются за счет того, что дизайнер оперирует не формой, а оперирует покрытиями, знает, как эти покрытия взаимодействуют друг с другом, стекло, керамика, металл, разные покрытия металла, разные эффекты пластиков и разные какие-то многослойные системы. Вот это все, чтобы понимать, чтобы все это знать, вот как раз дизайнер сейчас очень должен мыслить именно в технологическом уровне. Вот я могу даже так коротко пробежаться. Наши проекты, прям буквально, вот это стандартная у меня презентация, и здесь есть проекты, которые мы делали, я прям прокомментирую. В этом проекте все было понятно с технологиями. Здесь сидит внутри Лейка, и наша задача была исключительно изучить только, что будет востребовано, и что мы представляем о «Зените», о бренде «Зенит». И эта работа дизайнера была связана не с рисованием эскизов, не с каким-то таким интуитивным представлением. Это чистая аналитическая работа, и ей занимались именно дизайнеры, потому что действительно себя насытить вот этим знанием о бренде, знанием об истории бренда, чтобы из дальномера превратить «Зенит», и мы узнаем, да, это «Зенит». Но если вы обратите внимание, «Зенит» никогда не был дальномером, всегда был зеркалкой. Вот. Но мы здесь узнаем «Зенит» свой родной. Или, например, вот питерская компания «Геоскан», очень известный бренд, очень, они сейчас рекорды ставят, очень красивые, делают шоу из дронов. И вот мы с ними активно сотрудничаем, в том числе над теми дронами, которые вот летали у вас в небе Питера. И вот этот дрон, например, делали. Здесь очень много авионики, здесь очень много конструирования, здесь очень много знаний о уклонах и литье под давлением. И дизайнер совместно с конструктором, он не может отделиться, он не может рисовать эскизы просто так. Он должен обязательно проектировать, как системный инженер действовать. И, собственно, промышленный дизайнер и является таковым. Это системный инженер, но в отличие от классических системных инженеров, вот эта магия эстетики, магия эмоций, она как-то включена очень сильно в саму вот отрасль, в саму профессию промышленного дизайнера. И, пожалуй, готовить вот этих вот системных инженеров надо именно что в художественных вузах, где идет базовая селекция и отбор на уровне там, критериев таланта и отношения к искусству и к таким вот субъективным материям. И обратите внимание, что я не показываю сейчас здесь ни одного эскиза, нарисованного руками. Это очень интересная и большая дискуссия последних дней. Я достаточно агрессивно однажды на одном форуме объявил, что все, эскиз, скетчинг в промышленном дизайне, в приборостроительном дизайне, он уходит на второй план. Естественно, это в нашем конкретно случае, в случае Смирнов дизайн, да и в многих других компаниях, потому что он не выдерживает конкуренцию с цифровыми технологиями. Поэтому знание вот этих технологий, это первично теперь становится для дизайнера. Уже даже более актуально, чем умение рисовать руками. Вот, например, сложный очень проект, инженерно сложный проект, где есть проекционная система, которая проецирует на оптическую систему в виде визора. И именно это определяет
то, как он выглядит, потому что есть определенные закономерности компоновочные. Но помимо этого влияет на вопросы именно того, как он выглядит. Это сертификат на прочность. Помимо этого влияет эстетика, то, что требуется мотоциклисту. Он никогда не купит то, что ему не понравится. И куча-куча факторов. И вот дизайнер, который, ну, вот, которого обучают в художественных вузах и сейчас вот по старинке за мольбертом в основном, да, но я утрирую, конечно, сейчас все вузы, и в том числе Строгановка, стараются активно перестраиваться, но надо вот еще больше усиливать. Вот эти вот художники, им приходится разбираться со всеми сертификатами, им приходится разбираться с оптическими какими-то сложными всякими историями и прочее, прочее, прочее. И там, естественно, уже не говорю об эргономике, то, что классическим образом как бы в дизайне присутствует. И такого рода, что не проект, то проблемы инженерные или какие-то маркетологические, или какие-то технологические, или материаловедческие, это все просто абсолютно превалирует в процессе промышленного дизайна. И вот есть такая потребность увеличивать практику, увеличивать технологичность в дизайн образовании. И, конечно, я надеюсь, что такие изменения будут происходить. И вот, благо, есть такие специалисты, как Сергей Петрович Хельмянов. У нас тоже в Строгановке, конечно, тоже есть такие движения вперед. И, собственно, создание Центра исследования инновационных разработок Академии Строганова и привлечение практики внутрь Академии – это вот один из таких шагов, которые развивают. Вот, спасибо. Спасибо огромное. И у нас с вами время на подведение итогов, на обсуждение, естественно, второй части и на подведение итогов нашего мероприятия. Есть ли у нас желающие высказаться? Можно мне сказать несколько слов? Да, Виктор Викторович, конечно. Да. Вы знаете, вот я очень воодушевлен, особенно последним докладом. Дело все в том, что, вот посмотрите, когда мы называли, будем говорить, свое направление, мы его назвали атомно-молекулярная архитектоника и дизайн. Вот когда я посмотрел сейчас, то что мы подразумевали под архитектоникой? Мы понимали функциональную архитектонику, то есть возможность технической реализации на атомно-молекулярном уровне. В данном случае здесь тоже сначала идет архитектоника с точки зрения функциональности и возможности реализации выполнения определенных там ГОСТов, там требований. И в конечном итоге дизайнер уже работает с учетом вот этих особенностей, которые заложены в вот эту систему. Это говорит именно о системности, о трансдисциплинарности вот этого подхода с точки зрения еще двух аспектов. Первый аспект – это связано с тем, что все-таки мы очень много уделяем сейчас когнитивным процессам. Когнитивные процессы, они являются, в общем-то, решающими, потому что проявление креативности, проявление неожиданности, ну, грубо говоря, не проходите мимо, создаете какие-то очень интересные элементы. Это первое. А второе – это по существу эмоциональность. Потому что когда мы создаем, в том числе и на атомно-молекулярном уровне, в конечном итоге, не только, так сказать, конечно, знания важны, но вот эти элементы, о которых мы говорили, элементы когнитивности, элементы эмоциональности с точки зрения возможности достижения того или иного результата, я думаю, что и на атомно-молекулярном, будем говорить, элементах, это будет, будем говорить, технологии будущего. Поэтому, по-видимому, нам нужно брать, может быть, некоторые аспекты и готовить как на уровне трансдисциплинарных технологий с учетом, будем говорить, той идеологии, которая была заложена именно в идеологию дизайна, именно тех людей, которые создают, ну, я бы сказал, все эти технические произведения искусства. Вот спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, я хочу поддержать, что дизайн, он очень сильно связан с мультидисциплинарностью. Это обязательно. То есть он как раз всегда был. И даже, вы знаете, оказывается, есть такая профессия диссинатор, ей 1000 лет. Это специалист, который знает, как плетется, собственно, или ткется ткань, и при этом он знает, как эти узоры, какие узоры модны и востребованы. То есть вот это пересечение, опять же, двух очень разных направлений создало дизайн. И, собственно, дизайн как профессия появилась тогда, когда такая потребность из ремесла, когда ремесленник сам решал, что он делает, вдруг появилось производство, появилась очень большая глубина разделения труда, и вот, собственно, появился дизайн уже во всех остальных отраслях. Но он всегда связан с мультидисциплинарностью, с этими мультизнаниями.
Самое главное, что мы скоро эти узоры туда будем закладывать умные материалы и умные структуры. И эти узоры, кроме, так сказать, художественного восприятия, будут еще выполнять определенные инженерно-технические функции с точки зрения восприятия. И так и будет создается, потому что когда говорят об интернете вещей, мы сейчас думаем об интернете людей с точки зрения взаимодействия на когнитивном уровне, на эмоциональном уровне. Значит, поэтому вот это очень важный аспект, и мне кажется, вот эти аспекты, конечно, они очень важны. Многие, мы студентам, честно говоря, про это не говорили. Вот я сегодня впервые вас послушал, и у меня достаточно сильно от этого осталось впечатление. Спасибо. 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 Элла, Ангелина Владимировна, вам надоесно? Ну, я, если позволите, в завершении. Если... Коллеги, ну, я еще раз получила подтверждение, что мы действительно действуем в инновационной зоне с точки зрения даже тех подходов, которые мы предлагаем для развития национальной системы квалификации. Я вас уверяю, что вот те даже предварительные аналитические исследования, которые вами проведены, проведены Центром прикладного института в ШЭ, они отличаются от тех пока подходов, которые предлагаются нам в рамки надсистемы. И я думаю, что на этой основе мы можем сделать новые предложения по методологии мониторинга рынков труда. А это очень важная и, скажем так, системообразующая вещь. Я увидела, что и что меня вдохновило, что, по сути дела, кадровое проектирование, которым мы занимаемся, оно отвечает полностью принципам атомно-молекулярного дизайна и архитектуры. И принцип селективности, и принцип матрицы, и принцип самоорганизации. И мы при этом используем все эти методы и моделирования, и проектирования, и бескогнитивных, и конвергентных технологий мы ничего в рамках надсистемы не построим. Поэтому вот здесь вот переплетается не только дизайн, но и все, что вы делаете, но и то, что мы делаем в рамках национальной системы. Мне кажется, что и меня тоже это вдохновляет, что уже формируется такой организационный интерфейс в Санкт-Петербурге с учетом научного и образовательного потенциала, который есть в Санкт-Петербурге, с учетом интереса очень многих и органов исполнительной власти, и вузов, и компаний к этой теме. Мы... В принципе, с вами, и об этом тоже и Алла Аркадьевна говорила, сейчас тоже стоим на пороге создания новой профессии, выведения этой профессии на рынок. Это специалисты по кадровому проектированию, это специалисты по квалификационным отношениям, выстраиванию вот этих взаимосвязей. Это очень тоже достаточно актуальная и важная профессия, на мой взгляд. И, собственно говоря, выведение на рынок вот этой профессии, я думаю, что оно будет таким импульсом для запуска целого ряда серийных проектов, предпринимательских проектов, направленных на подготовку кадров. Поэтому я вас благодарю, я получила большое удовольствие, надеюсь, что наши результаты дальнейшей работы будут еще более интересны. Благодарю вас. Спасибо огромное. Хорошего всем вечера. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания всем. Да, спасибо.